Аптеки, супермаркети, магазини, варіантів, де купувати товар – безліч. А що вибирають миколаївці? Ну, часто в супермаркеті. На ринки. Супермаркеті в основному. Наверно, на ринки. І там однаково. Супермаркеті. Супермаркеті, звісно. На ринках. В супермаркеті. На ринку, звісно. В супермаркеті. І там. Як ви думаєте, за чим майбутнє? За ринками чи за супермаркетами? За ринком. Хотілося б, щоб розвивався і малий бізнес, щоб маленькі були магазинчики, великі супермаркети, щоб був баланс між цими двома супермаркетами і ринками. Уже починається вимирання. Многі вже закриваються. Конкуренція велика, тобто супермаркети, більш приємні ціни. Кожна торгова точка має свої недоліки та переваги, про які ми і поговоримо далі в програмі. Доброго вечора, шановна громада, добрий вечір, наші шановні гості, експерти, усі, хто, як завжди, вже після нашої відпустки, знову ж таки, збирається перед екранами телевізорів, перед моніторами ваших комп'ютерів для того, щоб подивитися програму «Контраргумент», яка завжди розповідає про найголовніше і найцікавіше. Сьогодні ми говоримо, як ви зрозуміли з нашого опитування, про ринки та супермаркети. Звичайно, все не так просто, як у підводці Віолетти, тобто куди нам краще ходити. Ми поговоримо про багато чого. І про те, хто більше платить у бюджет, ми поговоримо про те, де безпечніше купувати. Повірте, буде цікаво, адже, як завжди, наші гості, наші експерти дуже обізнані, дуже професійні і дуже, я сподіваюся, відверті. Тому буде цікаво, не перемикайтеся, а зараз Віолетта Рутюнян представить наших гостей. Будь ласка. Вітаю вас, шановні миколаївці. Я рада вітати всіх присутніх в цій студії. І сьогодні у нас в гостях Михайло Пашечко, заступник голови правління споживспілки в Миколаївській області. Будь ласка, візитівку. Михайло Пашечко. У 1985 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі». Після закінчення інституту працював в Березанському районному споживчому товаристві. З 2007 року – заступник голови правління споживспілки в Миколаївській області. Максим Несміянов – виконавчий директор спілки споживачів України. Будь ласка, візитівку. Максим Несміянов – випускник Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, спеціальність – політолог. В Одеській державній академії технічного регулювання та якості набув фах спеціаліста із стандартизації, сертифікації та якості. З 2011 року працював помічником юриста. У 2012-му переїхав до столиці. В 2013 році став виконавчим директором спілки споживачів України. Та Дмитро Прокоф'єв, заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області. Візитівку. Дмитро Прокоф'єв закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю виробництво електронних засобів, кваліфікація інженер-електронік, Південну академію підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики України, спеціальність економіка і підприємство. До приходу у фіскальну службу займався комерцією. З 11 вересня 2015 року – інспектор податкової та митної справи 3-го рангу. 19 травня поточного року призначений на посаду заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області. Ми сьогодні запрошували ще деяких чиновників, але вони знайшли дуже добру нагоду сказати, що вони усі проводять час із прем'єр-міністром і тому до нас не зможуть доїхати. На щастя, все ж таки є
чиновники, які завжди готові спілкуватися з миколаївцями, з громадянами. І тому особливе хочеться подякувати і вам, Дмитро Ігоревич, і усім нашим гостям, які знайшли все ж таки час до нас доїхати. Ще до нас трохи згодом має приєднатися депутат міської ради Владислав Єнтін. Я сподіваюся, що він таким чином озвучить позицію у тих питаннях, які ми будемо обговорювати, позицію саме міської представницької влади. А зараз я за традицією пропоную по одній хвилині кожному з наших гостей для того, щоб вони визначилися з найбільш актуальними, на їх погляд, тезами, які вони вважають просто за обов'язкове обговорити протягом сьогоднішньої дискусії. Дмитро Ігорович, будь ласка, з вас почнемо. На самом деле дискуссия, что лучше, супермаркет или рынок, она на самом деле уже давным-давно ведется. Да? И каждый житель Николаева, любого города, он для себя выбирает, где ему лучше покупать там, какие-то либо там, продукты, либо фрукты, овощи. То есть моя семья, мы там часть покупаем в супермаркете, часть покупаем тоже на рынке. Вот, ну, по определенным причинам. Я бы хотел эту тему сегодня затронуть с точки зрения налогов, которые поступают в местный бюджет. Об этом как бы мы там чуть позже поговорим, я надеюсь, да, то есть что для конкретно Николаева, что для нашей громады там выгоднее, да, рынки или все-таки супермаркеты, которые, как правило, головные офисы их находятся в каких-то там других городах, и какие конкретно налоги, я расскажу, поступают от супермаркетов к нам в городской бюджет, ну, соответственно, с рынков тоже. Дякую. Будь ласка, Максим. Ну, я хотел бы кратко прояснить ситуацию, что творится в органах защиты прав потребителей, как общественность сегодня может как-то влиять на ситуацию на рынках, в супермаркетах тех же, на что может рассчитывать потребитель сегодня в нашей стране. Ну, если кратко, больше как бы добавить нечего, лучше в ході дискусії объясню уже в деталях. Ну так, ви розповісте нам, чому ви травите безневинні супермаркети, чому ви просто-напросто виконуєте завдання, я не знаю, яких там сил, і взагалі, як вам вдається керувати порнографічною студією разом з вашою громадською діяльністю. Думаю, що ми почуємо відповіді на ці питання також. Будь ласка, у нас ще лишився Михайло Миколаївич. Ну, я представляю сьогодні дуже цікаву систему, систему споживчої кооперації, яку особливо люди старшого віку знають усі. На жаль, молодше покоління вже не зовсім знає, але це цікава система, якій вже скоро буде 200 років. Ну, і в цьому році ми будемо святкувати в вересні місяці 80-річчя нашої споживспілки. Тобто система з досвідом, в якій є і супермаркети, і магазини, і ринки. Тому я сьогодні готовий поділитися в аспекті того питання, яке розглядається щодо діяльності цих. Дякую. Я хочу сказати, я служив строкову службу в армії з 84 по 86 рік і служив в Естонії. І там дуже розвинута система потреб споживчої кооперації. І вже тоді, у 86-му році, це була така Європа, на якому, якій можна було тільки заздрити. Я кожного разу, коли повертався, я їздив кожного року туди в гості до друзів, до 91-го року, я думав, ну, приїжджаю, мене питають, ну що, як там? І якось дуже важко розповісти, ну як? І я вирішив знайти такий, знаєте собі, єдину формулу для того, щоб одразу все було зрозуміло. Я просто порахував у декількох магазинах, порахував, скільки там є сортів сиру. Це було, ну, можливо, там 89-й, можливо, 90-й рік. І коли кожного разу мене питали, ну що там, ну як? Я казав, у будь-якому магазині від 7 до 10 сортів сиру, просто навіть у селах. Якось казали, ну, зрозуміло. І тому просто вже будь-яких коментарів вже було не потрібно, бо у нас тоді був єдиний сорт сиру, це сир. І тому цікаво поговорити, чому вже тоді, скажімо, споживча кооперація у тій самій Прибалтиці жила так, а ми тут, незважаючи на те, що у вас в вашій системі були і такі, і інші, і ще якісь магазини, все ж таки дивувалися тому, що десь там таке можливо, а у нас про це можна тільки мріяти. Втім, про це ми, звичайно, поговоримо буквально за пару хвилин, а давайте зараз подивимося сюжет, який підготувала Віля Тарутюнян. Таке собі невеличке порівняння ринків та супермаркетів, просто для того, щоб розпочати розмову. Будь ласка. Немає одностайної думки, де варто купувати товар.
Одні вважають, що на базарі все дешевше та свіжіше, а інші навпаки, що тут обважують та продадуть неякісний товар. А в яких супермаркетах ви обслуговуєтесь? Ну, АТБ основної. АТБ? Ну, АТБ у нас просто по дому. Мені стало дуже цікаво, чому в Миколаєві користуються такою популярністю супермаркет АТБ. Тому я туди і вирушила. На перший погляд, все більш ніж добре. Біля кожного відділу є табличка, що свідчить про дату перевірки товару. Продукти викладені охайно, я навіть намагалась знайти протермінований товар. І не знайшла. Хоча так АТБ Маркет виглядає не завжди. І мені особисто доводилось купувати в цій мережі тухлі яйця, як і один з покупців, який залишив відгук в інтернеті. В Ніколаєві в АТБ торгують тухлими яйцями по ціні 15 гривень за десяток. Якщо ви побачили товар з вичерпаним терміном, то з якою метою? Ви не повинні його купувати. Але ви повинні зробити запис і повідомити про це адміністратору магазину. Покупатель обращается непосредственно к администрации магазина и согласно условиям программы гарантия свежести ему компенсируется стоимость данной продукции в трехкратном размере. Якщо неякісний товар вони повертають, то як бути з незручностями в магазині, що можуть нашкодити здоров'ю покупців? Куча поддонов с товаром. Стоит стеллаж, к примеру, с конфетами, и перед ним вплотную поддон с товаром высотой метра полтора. Как взять продукцию, которая закрывает эта глыба, для меня загадка. От і для мене загадка, як взяти товари, якщо ці піддони по всьому магазину. А зважаючи на мій зріст, дуже незручно. Загалом, не враховуючи вищезазначених недоліків, супермаркет непоганий. Та й ціни демократичні, тому й популярний. Я зібрала стандартний споживчий кошик в супермаркеті на суму 72 гривні. А тепер подивимось, скільки це вийде на ринку. Один з мінусів ринків – це обслуговування. Кожен вид товару ви купуєте у різних продавців, тому обслуговування буде залежати від їх настрою. Мені, наприклад, не пощастило, коли я намагалась зібрати споживчий кошик на ринку. Доброго дня, скажіть, будь ласка, скільки коштує олія? Дякую, дуже. Я сама розповім, скільки коштує олія, якщо продавець не хоче обслуговувати клієнтів. Олія коштує 26 гривень. А що я устраюю? Що ви робите? Жіночка, що ви робите? Що ви робите? Дівушка, не треба мені устраювати зі світі. Я розповім. Не треба розповідати. Але не все залежить від настрою продавчині. Споживчий кошик я все ж таки зібрала. Та й сама здивувалась, бо на ринку він обійшовся у суму 73 гривні. А це на 1 гривню дорожче, ніж в супермаркеті. На відміну від супермаркетів та магазинів, де ми знаємо, в якому відділі можна купити той чи інший товар, на ринку – бардак. Я і раніше погано орієнтувалася в ринку, але сьогодні тут заблукає навіть сторожил. Біля сумок – молочні продукти, що насправді зовсім не молочні. Біля круп – капці, а поряд з яйцями – труси. В м'ясному павільйоні більш-менш порядок. Охайні прилавки, свіже м'ясо і документи всі в наявності. У вас тут мухи літають. Я ж їх не буду ловити. Скільки коштує перевірка лікарем товару? Ну, тут написано 39 гривень 38 копійок. Це щодня? Це по привозу туші. Продавці зі мною поділилися, що зараз стало суворіше, ніж раніше. Все ретельно перевіряють, не як у 90-х чи 2000-х, коли можна було і обважити, і з-під прилавку торгувати. Зараз хочеш працювати – дотримуйся правил. Такий він – багатогранний ринок центральний. А що там на інших? Це один з ринків по вулиці Будівельників. Довідка від ветеринара на бринку є у вас? А що вам? Що вам треба? Мені треба перевірити якість товару, який я збираюсь купувати. Ви говорите по-русски, я по-українськи не розумію. Мені потрібно перевірити качество товару, який я покупаю. Качество товару може підтвердити справка від ветеринара. І тільки я вже почала думати, що він поклав булку на стіл, щоб показати мені довідку, як він схопився допивати чай. Зрозуміло, довідку мені і тут не показали. Але так повелися не всі. І більшість мені надали довідку ветеринарного контролю, що видана лабораторією ринку «Колос». Але в самій лабораторії перед моїм обличчям зачинили віконце. Може, є що приховувати?
Они проверяли мясо? Нет, они дали кусок мяса, им дали справку, и всего лишь на все. Можно я зважитесь у вас? Дякую. Зважимось. Пожалуйста. Мы работаем честно. Рівно півкіло. У вас можна зважитись? Пожалуйста, дякую. Так само. Отже, підіб'ю підсумок. В супермаркеті зручно. Ви можете знайти необхідний товар у відповідному відділі, що не скажеш про ринки, де все перебуває у певному безладі. Ціна приблизно однакова. Навіть на ринку буває трохи дорожче. Якість. В супермаркеті запакований товар перевірити дуже складно, хіба що повірите маркуванню. На ринку ви можете і скуштувати, і вимагати довідку з ветеринарного контролю, хоча й не всі її мають. Це якщо ми говоримо про харчові продукти. Але не забувайте про корупцію та людський фактор, який в деяких місцях ще зустрічається. Де купувати продукти? Вибір за вами. Але пам'ятайте, спокушаючись на ціну, не забувайте піклуватись про своє здоров'я та своїх близьких. Отже, як то кажуть, куди не кінь, всюди клін. І там є свої вади, і тут. Але у нас є люди, які дуже добре знаються на тому, як все ж таки можна зробити так, щоб навіть мухи самі не налітали і не треба було їх виловлювати продавцями. Як взагалі, чого можна вимагати, чи можна справді відстоювати свої права. Ну, я думаю, що Володимир Борисович, який так вже киває, як справжній експерт у таких питаннях, знає, що відповісти. Ну, з вашого дозволення, коснемося немножко історії. 25 років назад в нашому рідному місті ринки, а їх було три основних ринка, центральний ринок, Колос і так називаємо рибний ринок в Октябрському, це були єдині місця, де можна було купити продукти для своєї сім'ї. Тому що магазини, увы, вони були завалені в великому кількості банками морської капусти там, или, и изделиями, которые, в общем-то, ну, особенно семью не прокормишь. Поэтому действительно исторически наш житель на протяжении многих десятилетий привыкал к тому, что рынок – это единственное место, где можно купить продукты. Да, мы четко понимали, что на рынке нас обвешивают. Мы прекрасно понимали, что товар может быть и сомнительного происхождения, хотя в то время еще лаборатории и санитарный контроль осуществлялся намного жестче, чем сейчас. Вместе с тем, это действительно была безальтернативная система. Поэтому, когда около 20 лет назад начали появляться магазины, в которых можно было в любое время, коллеги, это потрясающее достижение нашего, ну не то чтобы города или страны, вообще нашего общества, что в любое практически время, в 8 часов, в 9 часов вечера, можно прийти и купить действительно мясо сырое, рыбу, масло, сыр. То есть на самом-то деле это просто эволюционный виток, это развитие торговых систем, отношений. И появление больших магазинов, супермаркетов, конечно же, мешает маленьким магазинам, которые претендуют тоже на какую-то определенную долю этого рынка. Но на самом-то деле мы будем точно так же, как и в Европе, и в Америке, в дальнейшем развиваться и конкурировать именно вот в этих системах. Большие супермаркеты, рынки, ну, может быть, по выходным дням, а у нас, получается, они все время, и маленькие магазины, которые будут находиться внутри спальных районов, и это уже наша реальность, и поэтому просто надо научиться балансировать так, чтобы действительно можно было покупать товары і не боятися за здоров'я своєї сім'ї. Дякую. Ось у мене питання, з якого я, власне, почав нашу розмову ще перед сюжетом, коли я казав, що, ну, ось тут зараз, до речі, на Фейсбуці така дуже жвава дискусія точиться щодо міфів Радянського Союзу. Дуже багато людей кажуть, що тоді все було добре, ковбаса по 2,20, пиво по 73 копійки і квартира практично у кожного. Інший відповідає, що це було не зовсім так, але питання в тому, що для мене, ось я коли казав про свій армійський досвід, було незрозуміло, адже один той самий час. Естонія набагато бідніша за природні ресурси, та і за земля там не така добра, бо Естонія колись була дном моря, і там на полях у них камені, там дуже важко вирощувати хліб. Але все є.
І молочні продукти там були такі, що від, скажімо, від молока неможливо було без мила вимити пляшку. У нас все було. У нас була могутня потрібка споживка операція. Але ми в Прибалтику їздили на екскурсію. Що тоді заважало, скажіть, будь ласка? І що зараз заважає стати, знову ж таки, коли є вже всі можливості, і нікого не саджають ані за спекуляцію, ані за підприємництво, а чомусь все одно ось ми бачимо те, що ми бачимо. Це ж також ринки, це ж таке, також, здається, ваша парафія також. Що, чому завжди у нас щось не виходить? Чи, можливо, навпаки, виходить так добре, що ми просто не помічаємо різниці? Будь ласка. Так, я до вас питаюся. Мені надає до слова, так? Ну, я вам скажу так, там в сюжеті якраз трошки було показано одне з наших підприємств – ринок «Колос», так? Якщо ви бачили, що цю гірку поставили на вагу, і вона що показала? А ще ми бачили, що, що ми не змогли достукатися до лабораторії, котра закрилася, як тільки нас побачила. Причому прямо перед моїм обличчям, переді мною стояла жіночка, яка обслуговувалась там, тільки на я підійшла, зачинала. Але лабораторія підпорядковується Держпродспоживслужбі. Ми надаємо приміщення, ми забезпечили лабораторію комунальними послугами, ми платимо ці кошти і вона працює відповідно на ринку. Тому що сьогодні ринок неможливо, він не має права функціонувати без Держведлабораторії. До речі, ця ж лабораторія, яка на ринку «Колос», ми затрати несемо, а вона обслуговує ще ті ряди, де ви були поза ринком. Хоча ми несемо затрати на цю ветлабораторію. А тоді до вас питання, за що відповідає ринок? По-перше, це за оренду місця? Ні, ринок відповідає за всі інші процеси, які проходять на ринку. Але ж я розумію, що на ринку є місця, які орендують різні люди, різні підприємства і так далі. Так. За якість продукції, яка реалізовується на ринку, відповідає лабораторія. Так. Так? Лабораторія не є ринком. Але за що тоді відповідає ринок? Ринок надає місця для здійснення торгівельної діяльності. Я кажу, що ринок лише відповідає за те, що він надає місце. Оренду. Так, надав місце для здійснення певної виду діяльності. Дякую. Ну, моє бажання дізнатися все ж таки про причини різниці, на жаль, є Михайло Михайлович не задовольнив, але я думаю, що зараз береться з думками та обов'язково щось мені відповість. Віолета вже точно знає, за що відповідають ринки, а Максим Несміянов, як завжди, має свою власну думку. Будь ласка, Максим. Во-первых, лаборатория отвечает за безопасность продукции, а не за качество. За качество она не отвечает. Это совсем другой показатель. Начнем с того, что все украинское законодательство построено вверх ногами, по Конституции, по закону о защите прав потребителей, по Конституции. Государство нам гарантирует качество и безопасность. Это нонсенс. Государство не может гарантировать качество. То есть качество перед нами гарантировать должен сам производитель. Государство должно следить за безопасностью на рынке. Все вопросы по качеству через суд потребитель должен решать. То есть уже в двух, ну, то есть в таком порядке. Хотелось бы еще подчеркнуть, и скажу из опыта, когда вы зашли с камеры, еще когда только вы появились в дверях, охранник передал по своей рации наверх, и уже весь рынок был в курсе, что зашел телеканал на рынок. Даже если есть на рынке обвес, его быстренько устранили. Понятное дело, вам все разрешили положить гирьку. Обычно, когда я захожу, я ловлю на обвес или на телефон, или с килограммом гречки. Это очень легко делается, когда просто в наглую сразу кладешь, допустим, телефон, и вес не совпадает, и ты видишь, что показывает больше, чем весит телефон. Ты понимаешь, что весы накручены. Что еще хотелось бы сказать, что зачастую вы, опять же, проверяли, вы так прошлись, вот эти документы, которые там вот есть, допустим, на мясо, надо смотреть ассортимент, который присутствует у продавца, и по факту документы на качество, на безопасности продукции. Как показывает практика, я вот подхожу, смотрю, у нее есть два вида сыра, курятина и молоко. Я беру этот документ, там только указан один вид сыра и курятина. Я говорю, а где молоко и второй вид сыра? Она говорит, там мне вот жиночка дала с прохода, чтобы я поторговала. То есть лаборатория зачастую просто с утра собрала деньги в районе 6-7 утра, потом ее вопрос вообще никакие не заботят. Надо еще поднять вопрос, сколько хранится мясо и вся молочка без холодильника. Вам бы лаборатория, если бы не успела закрыть дверь, ответила, что не больше 6 часов. Был также я на рынке центральном сегодня. Что я заметил? В местах, где моют руки, продавцы отсутствуют, мыло, любой антисептик, да, ну даже мыла нет хозяйственного обычного. То есть там антисанитария и грязь.
Дальнейшее не будет даже с супермаркетами. Вся коммерция уйдет в интернет. Вопрос во времени. Спасибо, Владимир Ильич. Ваш комментарий, потом мы поговорим по поводу антисептиков. Анна Полоцкая, крупный эксперт в этой области. Я пожалуйста. Совершенно с вами согласен, потому что, наблюдая за развитием рынка и вообще культуры рыночной торговли, скажу, что за вот эти 20 с лишним лет она принципиально ухудшилась. То есть, действительно, и невозможно, наверное, никакими карательными мерами, никакими законами. Можно только, наверное, сделать так, как это сделано в цивилизованном мире. Когда потребитель защищен через суд. Когда потребитель, получив некачественный товар, может при помощи своего юриста засудить эту торговую точку, этот магазин или этого продавца на такие деньги, что он больше никогда такого не поступит. Потому что все службы, которые до этого были, предыдущие 25 лет, к великому сожалению, они однозначно потом сваливаются на то ли коррупционные, то ли еще какие-то отношения. Поэтому у нас, я считаю, что действительно тут вариант только один. Это строить гражданское государство, страну, гражданское общество, в котором мы можем защищать свои права вот таким вот методом. Таким, который доступен цивилизованному человеку. Спасибо. Ну, после слов Владимира Борисовича о том, что на рынках все ухудшилось, и даже, как говорит Максим Несмеянов, и мыла нету в местах, где полагается мыть руки, просто хочется вымыть руки сразу. Я думаю, что Анна Полоцкая может рассказать о том, какими средствами, в принципе, вообще... То есть, знаете как, ну вот, человек целый день стоит там, да, он не будет бегать от прилавка, там, каждый раз куда-то там мыться и так далее. Даже если он помыл руки с утра, понятно, что вряд ли он сохранит свою чистоту в первозданном виде. В то же время, ну, поскольку идет торговля там молоком, как, сыром, брынзой и так далее, это все-таки не упакованные товары, хочется видеть, что все-таки тебе отпускают чистыми руками эти вещи. Мне знакомая рассказывала, говорит, пошла как-то, говорит, сливки купить. Говорит, смотрю, а у продавщицы грязь под ногтями. Ну, как я могу у нее купить, да? Так вот, все-таки, в супермаркетах там понятно, там все-таки все проще, да? А на рынках вообще возможно что-то, какое-то изменение или нет? Опять-таки, многие из нас ездили по разным странам и на фермерских рынках бывали за границей, и на Азии, на восточном рынке, скажем, в Израиле, на... Казалось бы, уж восточный-то базар, да, тоже как-то гораздо чище. А вот что же у нас-то опять так не клеится, а? Я вам хочу сказать, что вопрос гигиены в нашей стране, он, конечно, очень интересный. И если мы думаем, что в супермаркетах антисептика, мытье рук, это как бы, да, понятно, там все решено, все в человеческий фактор, и не всегда продавец пользуется теми средствами, которые предоставила администрация того же супермаркета. Что касается рынка, да, конечно, раковины и мыло не стоят возле каждого прилавка, но сегодня 21 век, и есть антисептики. К сожалению, не все люди знают вообще, что это такое, и что это обязательно должно стоять на каждом прилавке. Антисептики стоят, вы их обрабатываете свои руки, и до 3 часов действия сегодня антисептики дают, при том, что экспозиция, то есть работа этого антисептика всего 15 секунд. То есть за 15 секунд вы обрабатываете полностью свои руки, и ваши покупатели, в принципе, в безопасности. Тобто, якщо я обробила руки антисептиком, то я можу взятись і за м'ясо, потім за гроші, потім знову за м'ясо, і м'ясо це не погрожує нічому? Ні, є санітарні норми. Якщо ви зараз працюєте з продукцією, з продуктами, ви обробили руки, ви можете до 3 годин спокійно працювати. Якщо ви, звісно, взяли гроші, або сходили в місця гігієни лічної, то, звісно, ви повинні помити руки і, знову-таки, обробити антисептиком. Це обов'язково. Але на прилавках на ринках немає... Ані антисептиків, але і вони і тримають, і м'ясо запаковують, а потім за гроші беруться, і знову за м'ясо. У нас так вже добре, я бачу, розслабилися директори супермаркетів, бо вони розуміють, що зараз ми тут топчемося по ринках, а до них поки що не добралися. Повірте, недовго вам насолоджуйтеся, недовго лишилося. Одну хвилиночку, зараз Анатолій Чубаченко, потім Максим Несмеянов, потім подивимося сюжет. Будь ласка. Я немного не согласен там, с вами, Максим, относительно того, что вот скоро уйдет в интернет. Нет, не скоро. И рынки сейчас точно так же, как и супермаркеты, пользуются очень большим спросом. Разница только во времени, когда это происходит. Зайдите в супермаркет вечером, там будет толкучка после 6 часов вечера. Но попробуйте протолкаться в субботу на Колос или на Центральный. Там не проехать, не пройти.
Поэтому они будут пользоваться популярностью очень долго, и качество предоставляемых услуг и там зависит опять-таки от даже не сколько от государства, сколько от лично от каждого отдельно взятого потребителя. Если кому-то подходит покупать мясо в таких условиях, то это его личное дело. А как известно, спрос порождает предложение. Пока есть спрос на такое мясо, его будут покупать. Ярослав правильно сказал, что в зарубежных странах немножко по-другому. Там рынки стали не только местом покупки товара, там рынки стали местом отдыха семьи. Потому что люди уверены, что они придут, купят качественный товар, и прямо там этот качественный товар им могут приготовить. Купить можно рыбу, и в соседнем заведении тебе его приготовят, и, там, и ты там ее можешь и покушать, в принципе. Вот в чем разница. Там рынки борются. Они придумывают способы, как завлечь покупателя. Что сделать для того, чтобы покупатель не шел в супермаркет, а шел к ним покупать эти продукты. В принципе, они успешно с этим справляются. Как будет в Украине, зависит... не только от государства, и от государства в меньшей степени. Зависит, с одной стороны, от людей, которые делают спрос, и з другої сторони людей, які роблять предложення. Дякую, Анатолію. Будь ласка, Максиме, потім подивимося сюжет. Мені хотілося б додати, що жаль, не показали бутылки, в яких продають молоко. На них до сих пор остались упаковки от той води сладкої або от той мінеральної води, в якій була. Тобто упаковку з-під молока, тобто ці бутылки, ніхто не отмиває. Ніякої особих там моющих средств не присутствовало при дезінфекції бутылок. Що хочу сказати насчет потребителя, які туди ходять? Весь вопрос времени, як довго вони ще протягнуть на цих ринках. Все, точка. Санитарные условия нарушены, холодильники старые, не выдерживают температурный режим, мясо, рыба портится постоянно, я уверен, что списания или большие, или быстро все это переходит в фарш или другие полуфабрикаты. Проблема, что у населения нет денег, и все, и они идут на этот рынок с надеждой сэкономить, точка. Сегодня в Николаеве почему процветают АТБ? Потому что в них небольшой ассортимент бюджетной продукции. Если бы у жителей города были достаточно больше средств, они бы отказались напрочь от АТБ и пошли в другие магазины, где намного больше выбор, качественной, более дорогой продукции, но таких денег в городе сегодня нет. Точка. Дякую. Так. Отже, начуваєтеся усі, хто пов'язаний з супермаркетами. Ми починаємо. Дивимося сюжет про те, як у супермаркетах проводилися перевірки. Будь ласка. Нічого особистого, лише бізнес. Можливо, саме ця життєва істина має заспокоювати покупців миколаївських супермаркетів, адже часто-густо те, що пропонують нам у цих продуктово-парфумерно-галантерейно-канцелярських магазинах, не витримує жодної критики. Це довели кілька точкових перевірок, які в місті Корабелів організував виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України» Максим Нісміянов. Прострочений термін вживання, перебита дата виробництва продуктів та непридатність до їжі консерви. Такі результати ревізії в одному з найбільших супермаркетів Миколаєва – делікатесі. Зараз ми будемо підбивати ітоги. Я думаю, ви побачите, ситуація катастрофічна. Є як продукція «Скоропорт», елітна продукція, імпортна, дорога і дешова. Всі найменування, тобто весь асортимент, в принципі, магазин, який торгує, во всіх категоріях товару присутствує іспорчена продукція, просрочена. Простроченими виявилися не лише харчові продукти, а й навіть хімія та алкоголь. Небезпечними для вживання м'ясом, цукерками, молочною продукцією, яка відверто загрожує життю та здоров'ю миколаївців, рясніють полиці супермаркету. Адміністрація ж магазина стверджує, що така ситуація виникла через нестачу персоналу. У меня не хватает 30-40. Основную работу выполняют по магазину. Это супер мерчендайзеры торговых марок. В связи с этим, получается, то, что вы показали, это является очень большим уроком, потому что вся эта консерва – это мерчендайзер. Вот эта песня – это мерчендайзер. Ані відсутністю персоналу, ані іншими причинами не захотів пояснити наявність у супермаркеті простроченої продукції власник сотки Віктор Горбачов. Більше того, чоловік намагався викинути з магазину знімальну групу проєкту «Скажіть, пожалуйста» та перевіряючого. У вас тут все просрочено. Ну, просрочено хорошо. Та нічого, слухайте, спокійно, спокійно. Мальчик, до свидання. Нічого хорошого. Хорошо, до свидання. А що ви скажете своїм покупцям? Та нічого не скажу. Клієнтам, які до вас ходять. Тихо, спокійно. Визивайте поліцію, успокойтесь. Не змогли вгамувати нападки Горбачова на журналістів та перевіряючого, навіть поліцейські, які прибули за викликом. Меня нельзя снимать. А кто вы такой вообще? Определитесь. Кто вы? Я гражданин Украины. Гражданский кодекс. Я вас, на вас руки распускаю, подождите. Я не руки, я убираю микрофон. Нет, так что вы делаете? Я микрофон. Я сейчас вас уберу с этим микрофоном. И что дальше? Успокойтесь. Что ты уберешь? Вас. Убери.
Цей конфлікт викликав обурення в громадськості та в колі журналістів. Але Віктор Горбачов нічого незвичного в такій своїй поведінці не бачить. Більше того, власник сотки дав розгорнути інтерв'ю з сайту «Новості Н», назвавши ревізію його супермаркету шоу-перевіркою, Світланку – космічною секс-дівою, а Максима Нісміянова – власником порностудії, чим викликав ще одну хвилю обурення та відвертих глузувань. У списку перевірених на якість та строки реалізації продуктів опинився й миколаївський супермаркет «Таврія В». І вже на початку перевірки Максим Нісміянов здивував. Він забрав з полиць всю червону ікру. Дороговартісний продукт зберігався у неналежних умовах і на святковому столі міг стати бомбою сповільненої дії. Дана ікра храниться завжди в торговому залі, це кожен покупатель підтвердить, який тут буває. Ее надо снять, тому що вона вже є испорченной, а возможно, опасна для потребителя. В даному случае, якщо ви отравитесь, производитель перед вами никакой ответственности не несет. Величезною популярністю у покупців «Таврії В» користуються приготовані страви, але не дивуйтеся, якщо після такого частування відчуєте нудоту та слабкість. Вся эта продукция может продаваться не больше 6 часов, запомните, не больше. Потому что это не холодильник, они нарушают правила торговли. Якщо сумніваєтесь у свіжості подібних яств, просіть показати заборний лист на приготовані страви. Поруч – фасоване печиво із прострочкою від 2 тижнів до 2 місяців. Цукерки, що продаються на вагу без відсутності інформації про кінцевий термін реалізації, а деякі до того ж не дешеві, взагалі вже мали прибрати з полиць. Неизвестно, как с этим бороться. Органы, государственные органы власти самоустранились. Сегодня действует режим спецпроверок и реально мораторий на проверки бизнеса. Наступними до візка прострочки кладуть вершкове масло із морозильної камери. До несвіжої каші не вистачає головного – крупи, але знайшли і її. Читайте. 30.03.17 року. Приклеїли 10 місяців. Ось така ж пачка, тільки приклеїли неправильно. 3 місяці срок реалізації. Аби прострочена каша не була постною, йдемо за м'ясом, але і там порушення. Індичка повторно заморожувалася. На полицях із рибними продуктами ситуація така ж невтішна. Є продукти, що варто було прибрати ще 2 тижні тому. Далі – овочі, фрукти, ягоди. На стелажі зі знижками гниль та цвіль, але ціна – як за свіже. От є результат, ми будемо розбиратися. Що ви хочете ще услышати? Притягнути до відповідальності несумлінних продавців практично неможливо. Звісно ж, якщо хтось не зазнав суттєвої шкоди здоров'ю. Статистика говорить, понад 40% споживачів віддають перевагу продуктам із супермаркетів. Тож таким покупцям залишається покладатися лише на власну уважність. І зберігати чек, який в разі виявлення прострочки допоможе повернути, якщо не здоров'я, то хоча б гроші. До нас приєднався Владислав Єнтін. Владиславе, дякую, що дійшли. Я так сумую протягом всього часу, що вже йде ця програма, розуміючи, що ті чиновники, які могли б відповісти на багато запитань, які у нас протягом цієї програми виникають, на жаль, не з'явилися, бо, не знаю, ну, наскільки я розумію, прем'єр вже поїхав, то, напевно, вони просто святкують те, що поїхав і лишив їх без якихось наслідків. Що легко зустрічалися. Але, принаймні, Владислав, якому завжди є що сказати, напевно, скажуть про позицію міста, це трохи пізніше. А зараз у нас є Єлизавета Олександрівна. До речі, хочу сказати дякую, що ви до нас прийшли, бо, незважаючи на те, що ви стали героїнею нашого сюжету, все ж таки я просто маю це відзначити. Наша група, мабуть, найбільш комфортно працювала саме в вашому магазині, адже ніхто не заважав, були готові до діалогу, ну, нормально. Принаймні, ніхто з нами там не ганявся, як, скажімо, це було у соці. І, ну, просто не можна дати вам слово. Будь ласка, що ви з цього приводу можете сказати? Спасибо. Я прошу прощення, буду говорити на русском. Будь ласка, як вам зручніше. Удобнее. Действительно, есть проблемы, и которые я освещу чуть позже. Но я хочу сказать, единственное, на протяжении большого количества лет я супермаркету «Дом торговли Южный Бух» отдала уже более 20 лет своей жизни. Мы такие же люди, как и вы. Мы точно такие же потребители, и у нас есть свои взлеты и падения, у нас есть свои субъективные, объективные причины на то, что вы видели относительно просроченного товара. Я не хочу повторяться о том кадровом голоде, который на сегодняшний день испытывают все. Рассказывать о том, что та молодежь, которая к нам приходит, и мы учим, они все, приходя уже, говорят о том, что они подали на визу, они подали на выезд, и как только к ним приходит эта виза, их не интересует ни трудовая, ни то, что мы просим хотя бы 1-2 дня
отработать. Вот сегодня у меня 10 человек, которые просто-напросто пришли о том, что они получили визу на Польшу. Поэтому, когда Максим говорил по поводу того, что сейчас работу в репортаже, когда заключение, что работу троих сейчас выполняет один человек, что владельцы бизнесов или управляющие компании просто-напросто провели, так сказать, оптимизацию, сокращение, поверьте, это все не так. На сегодняшний день действительно 40% это вакансии. Пожалуйста, кто из громадян, если раньше были действительно во все супермаркеты определенные возрастные ограничения, там хотелось видеть продавцов до 35, до 40 лет, Виолетта тоже начинала свою деятельность в Доме торговли «Южный Бог», то сейчас мы наоборот готовы брать 50, 55, 60 лет, которые не поставят в один день о том, что вот мы уезжаем. Относительно критики, мы всегда воспринимаем критику конструктивно, мы всегда прилагаем все усилия для того, чтобы исправить ситуацию. Еще раз повторюсь, у всех есть ошибки и достижения. За этот месяц, который прошел после передачи, которая была проведена большая работа, мы объявили свою волну свежести на месяц. Те, которые находили просрочку, они получали в трехкратном размере. Отдано было не так много денег, то есть в трехкратном размере за весь месяц было получено покупателями 3 500 гривен. То есть просрочка, это получается, разделим на 3, где-то 1200 гривен. На сегодняшний день иначе изменены некоторые бизнес-процессы, но просрочка в супермаркетах будет. Объясню почему. Есть такое понятие, и, кстати, у Максима на странице эта дискуссия уже началась, по поводу того, что все супермаркеты и, в принципе, все организации торговли работают по принципу ФИФО. Первый пришел, первый ушел. То есть, если срок, грубо говоря, реализации товара, будем считать, там, 2 месяца, да, у меня остается на полке 3 единицы, я дозаказываю товар, то тот, который остались единицы, они становятся первые по ходу забора покупателя. Еще со сроками все нормально, да? Мы начинаем дальше брать, покупатель, естественно, это перемешивает, и все равно эти моменты есть, потому что есть большая площадь, есть недостаток кадров и есть другие моменты. Но в отличие от рынков, супермаркеты всегда... Всегда я просто акцентирую на этом внимание. Если покупатель приобрел продукцию с истекшим сроком хранения, ему всегда согласно закону Украины о защите прав потребителя 1023, либо вернут деньги, либо он обменяет на качественный товар. Если говорить о супермаркете «Деликатес», то даже когда покупатель приходит с потерянным чеком и так далее, есть моменты дисконтной карты, есть другие моменты проверить, покупал ли он, всегда ему будет возвращено. Но дякую. Я считаю, що будущее за супермаркетом. Дякую, Лиза Олександровна. Ми, зрештою, я розумію, що це, знаєте, такі, ну, спори, якщо там, що краще, то, ну, це не сюди. Я думаю, що тут ми говоримо про те, що, зрештою, і там можна знайти і добрі приклади, і погані. І як нам робити так, щоб поганих було якомога менше, а добрих якомога більше. І у нас тут є Олег Дмитрович Паленко. У вас взагалі така унікальна ситуація. Ви, з одного боку, колись були директором супермаркету, а зараз вже екс-директор, тому можете казати правду, не боючись, що щось там у вас не так складеться. То, будь ласка, відкрийте нам секрет. Ось, до речі, Ігор Пох питає про цінову політику. Каже, все це, що ви там кажете, це дурниці, а ви скажіть, як вони там ціну формують. І справді, Ігор дуже любить з цього приводу так серйозно розсуждати. То, будь ласка, і про це, і про те, справді, що ось ми бачимо на ринку, ти можеш одне отруїтися, і в супермаркеті можеш отруїтися. І якщо, думаю, по будь-якому супермаркеті пройти, то ось, як нам кажуть, просрочка була, є і буде, то що ж тоді робити? Будь ласка. Дякую. Ну, я мог би сказати не тільки як бувший директор супермаркета, а і як підприємець, і як директор дистрибуційної компанії, яка займалася поставками товару як в супермаркети, так і на ринки. И как человек, у которого есть бизнес и за границей, поэтому у меня есть с чем сравнить все. Я вам открою небольшой секрет, что даже за границей есть просрочка, к сожалению.
Я бы, не знаю, как, может быть, такую метафору привести. Человек, когда потребляет какую-то пищу, когда родился, он идет потихонечку к своим проблемам, скажем так. Если обрисовать эту проблему, то если он на своем присаленном участке выращивает продукты и их потребляет, то он идет пешком к проблемам. Если он пошел в супермаркет и купил, то он едет на велосипеде туда. Если пошел в магазинчик поменьше, может быть, на мотоцикле или там на машине едет. А если пришел на рынок, то уже на скоростной машине. А если он пришел и купил где-то на стихийном рынке, где на земле все лежит, то он сел в реактивный самолет и мчится к своим проблемам. Поэтому вот спорить тут как бы особо не о чем. Я думаю, что насчет просрочки, это правильно говорит директор Южного Буга, что она в какой-то мере неизбежна, потому что текучесть людей, кадров, она неизбежна. Все с этим борются. Но если взять рынок и супермаркет, то это несоизмеримые просто величины. Или маленький магазин. Когда я был руководителем дистрибуционной компании, и некоторые магазины имели большую задолженность, мы хотели что-то хотя бы забрать у них, хоть что-то с магазина. В маленьком магазине забрать нечего. Там такая просрочка, это просто катастрофа. Если говорить о других аспектах, мы можем в следующий раз озвучить температурный режим. Я хочу, одну хвилиночку, Максим, я хочу дати слово Анатолію Чубаченку. Ось був сюжет про Світланку Махнічеву, і пишуть мені глядачі, ну таке сталося, і що? І таке справді нічого. І в соці такі речі відбуваються просто постійно. Ми пам'ятаємо ці історії, коли там не обслуговували людей не слов'янської зовнішності тощо, не європейської зовнішності. І при чому, я розумію, ну, справді, є людський фактор, є якісь там ситуації, при яких так чи інакше, ну, щось там відбулося. Але ми бачимо нормальну реакцію, скажімо, директора супермаркету «Делікатес». Ну, справді, винні, усунули, там провели роботу. Ми бачили, як Віктор Горбачов реагує на будь-що, що йому не подобається. І це продовжує відбуватися вже багато років. То, Анатолій, ось є, ну не знаю, тут, на жаль, чиновників немає, не питатись Дмитра Ігоровича, чого у нього там такий безлад, так? А інше, ну я чи є якісь важелі? І не знаю, здається, що такі речі, вони ж, ну, здебільшого мають якісь, отримати якийсь моральний осуд, але також нічого не відбувається, навіть, мабуть, хтось там каже, молодець, так і треба. То що робити? Що робити з такими речами, на які, ну, суд не подаш, а якось миритися з цим також не хочеться? Ну, опять-таки, все залежить від чоловіка. Максимум, что мы можем сделать, это обращаться к совести горожан и говорить, ну, ребят, смотрите, вот есть такая картина, ну, вам решать, покупать, будете вы там что-то покупать или не будете покупать. Потому что если мы будем ждать помощи от каких-то силовых органов, контролирующих органов, ну, к сожалению, мой личный опыт подсказывает, что если ты хочешь, чтобы какое-то твое уголовное дело продвигалось, то, ну, как минимум, надо быть готовым к тому, что ты будешь 3 года его отстаивать. При том, что это мы, журналисты, там по одному делу, где были нарушены наши права, как журналистов, мы 3 года писали стабильно раз в несколько лет, что вот есть такое дело, оно не расследуется. Поэтому ждать помощи оттуда, ну, я не знаю. И, как бы, есть ли какие-то рычаги, учитывая, что там, ну, мораторий на проверку. Вся надежда на николаевцев, потому что если николаевцы будут ходить туда, если николаевцы будут туда относить свои деньги, то да, делайте вы что хотите с ним. Магазин как работал, так и будет работать. Ну, как бы я другого выхода в данном случае не вижу. Дякую. Будь ласка, так, зараз давайте так, щоб вже тоді по черзі. Володимир Борисович, у мене є питання до Владислава Єнтіна і потім Максима. Будь ласка. Ну і ніхто вас, панове, не позбавляв слова, будь ласка, приєднуйтесь. Будь ласка. Ну і от, опять-таки, в вопросі веса ринок і супермаркету. Да, от з точки зрення кримінальної обстановки. Присутствие гражданина в супермаркете – это практически безопасное присутствие. Ну, бывают случаи, когда нарушения происходят, но они редки. Только лишь за последние 2 недели мы фиксировали
на территории рынков, которые теперь в нашем городе не 3, как было когда-то, а не знаю, там 10, 15. То есть мы четко понимаем, что на этих территориях происходит торговля наркотиками, причем лично наблюдая, как это происходит, люди, которые находятся за прилавками, продают другую продукцию. Мы четко понимаем, что скопление людей, можно сказать, провоцирует, но это прекрасная зона для работы карманников. Огромное количество фальсифицированного алкоголя и работа на разлив того же самого алкоголя. Мы можем очень долго говорить на эту тему, но на самом деле, действительно, коллеги, человек, который думает, куда идти, он должен понимать, что когда он заходит на территорию рынка, то есть мы прекрасно понимаем, что практически все, на всех рынках идет незаконная торговля валютой. Где-то внутри рынка, где-то у входа на рынки, но это тоже незаконные действия. То есть на самом деле получается, что вот такое скопление людей, будочек, опять-таки будочки, практически опять-таки на всех этих рынках есть незаконные точки игровых автоматов. И они работают. Они реально работают. Я видел это своими глазами буквально две ночі назад. Дякую. Володимир Борисович, тут, до речі, пишуть, що в супермаркеті принаймні можна взяти товар, то подивитися термін придатності. Якщо не подобається, не бери. На ринку цього навряд чи зробиш. Втім, влади. Ось пише один з наших глядачів, що, будь ласка, ну поруште тему того, що відбувається на ринку на старому вокзалі. Там взагалі ну такий безлад, там ну просто про санітарії взагалі не чули. Ми знаємо наш славетний ринок Клаксон. Там взагалі ситуація дуже окрема. Не стали брати ми той сюжет, який робили рік тому, просто щоб не сказали, що ми травма бідного Дюміна і що нам більше нема про кого казати. Втім, справді ми знаємо, що там нічого не змінилося. Ось, влади. Є міська влада. Ну, принаймні, ви єдиний, хто може щось сказати з цього приводу. На жаль, інші сьогодні, я ж кажу, святкують від'їзд. То скажіть, чи є взагалі якісь важелі? Правильно каже Володимир Борисович, що торгівля незаконна, що порушень, ну, якщо не стільки, ну, тобто, ну не менше, принаймні, ніж в супермаркетах, але в супермаркетах є кому поскаржитися, а на ринках кажуть, що ми просто здаємо територію, і що ви у нас хочете, то де є якийсь вплив на те, що відбувається у місті, якщо міська рада вже кілька років, ось скільки я пам'ятаю існування міської ради, будь-якого скликання, завжди знаходиться якісь пояснення, чому не припиняється стихійна торгівля, чому не наводиться лад на ринках. Ми знаємо усі, кому що належить, яка стометровка у чиїй власності. Ми знаємо, що на ринках не торгують взагалі виробники, торгують перекупники, а виробників виганяють на стометрівки, де також з них беруть гроші за те, що вони там стоять. Ми знаємо багато чого. Ми знаємо, як цілі куски міста віддаються для нових ринків, які спочатку незаконно там з'являються, а потім їх узаконюють. Що з цим робити? Давайте ваші 2 хвилини, підемо на рекламу. Будь ласка. Ну, я вам скажу, сьогодні дійсно у міста нету ніяких інструментів для того, щоб контролювати. Фактично робота в виконавчій владі, вона там практично паралізована. Сьогодні уходять, ну, люди увольняются, и там сегодня, ну, чтобы вы понимали, в транспортном отделе работает один человек. То есть такого никогда, вот я при своей памяти, вот сколько лет, я был еще депутатом в 4-м созыве, потом был советником у городского головы, у Чайки Владимира Дмитриевича, ну, такого, что на сегодняшний день происходит, не было никогда. И сегодня самое страшное, что никак не пытаются с этим бороться. И сегодня, да, я вам скажу, многие поддержали депутаты, мы не продлили земельный участок Дюмину Анатолию Григорьевичу, хоть он и наш коллега. Я выступал с конкретной критикой в том плане, что человек сегодня может позволить себе построить там нормальный рынок, перенести тот газопровод, водопровод и сделать нормальный крытый рынок, закрытый, сделать нормальное освещение, нормальные прилавки. Но этого не делается, потому что устраивает и те же самые деньги приносит. И вот мы сегодня имеем то, что сегодня ни мэр, ни заместители мэра не могут пригласить даже, например, как бы как персонализируя там одного человека и сказать, что мы готовы тебе помогать, мы готовы тебе всячески оказывать содействие, приведите в порядок.
предоставьте в течение там, месяца эскизный проект, и дальше как оно будет. Мало того, я выступал всегда за то, что сегодня у нас везде есть коммунальные рынки, а в Николаеве нету. Нету коммунального рынка, там, где человек может прийти и по себестоимости заплатить за рабочее место там, 3 гривны. Сегодня приходят на частные рынки, вы знаете, кому они там больше, большинство принадлежит, и платят 50 рублей. То есть, соответственно, это цена продукта, это никакого качества, никакого сервиса, а город все-таки мог бы выделить какую-то территорию, сделать, даже уже гастрономический городской, сделали в Одессе гастрономический рынок. Я на днях заезжал туда, смотрел, ну, коммунальный кинотеатр, который был, или там дворец переделали, там, где работают кафе, какая там чистота, какой там порядок, какой там сервис, это просто, ну, просто сказка. Поэтому Влада, дякую. Я считаю, у нас сегодня вже если... зовсім не лишилося часу, ми маємо показати рекламу, потім наші гості будуть мати по 2 хвилини кожен, для того, щоб компенсувати той час, що ви довго мовчали, тим більше, що я розумію, що вам є, Михайло Миколаївич, що сказати про ринки, все ж таки ми не для того тут зібралися, щоб брати в одні ворота, а зараз дивимося рекламу. Отже, реклама пройшла, і я, як і обіцяв, кожному з наших гостей даю їх законні 2 хвилини, для того, щоб все, що накопичилося протягом виступів наших експертів, протягом наших сюжетів, ви змогли гідно прокоментувати. Будь ласка, Михайло Миколаївич, почнемо з вас. Там було багато питань, будь ласка. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що ми сьогодні так і не отримаємо конкретної відповіді на питання, що краще – ринок чи супермаркет. Що кому подобається? Хтось хоче прийти в корзину, накидати товари, підійти до каси і швидше додому. А хтось хоче піти на ринок і отримати задоволення від того, що йому поторгуватися хочеться. Тому що можна від цього дійсно отримати задоволення. Тому що, як сказали, що субота-неділя там не пробитися, а після 18-ї там не пробитися. Тому конкретної відповіді ми на це не отримаєте. Щодо діяльності ринку, я скажу, що ринок – це дуже серйозний механізм. Це механізм забезпечення того, що сказав, торгового місця, це і ремонт, який ми проводимо на ринках, це і електроенергія, яку забезпечує наших підприємців, які торгують на ринку, це і охорона ринку в нічний час і так далі. Це дуже складний механізм, який забезпечується відповідно адміністраціями ринків. От. А порядок буде там, де є господар. Де цим серйозно займаєтеся, цьому приділяєте увагу, там буде порядок. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, хто відповідає за гігієну та чистоту на ринках? Адміністрація ринку. Вони справляються на 100%? Так. Як ви вважаєте? По крайній мірі, ми стараємося. Скажіть, якщо говорити про наші ринки, то ми максимум цьому стараємося приділяти увагу. Скажіть, будь ласка, ось для мене, скажімо, ну немає принципової різниці між безладом на Колосі, наприклад, чи на центральному ринку, та на славно на горі звісному Клаксоні, який, як я розумію, не входить до вашої системи. То якщо у вас є адміністрація, яка відповідає, а на Клаксоні є господар, який нібито, як ви кажете, якщо господар, то і лад там буде. А щось воно якось, ну я ж кажу, ну немає аж ніякої різниці, то можливо тут десь в іншому все ж таки кроється цей корінь зла. Ви маєте що відповісти, чи ось пані Анна? Ну давайте, пані, будь ласка. Я хочу сказати, що, звісно, якщо вести спор о ринку або супермаркеті, то у ринків є ряд преимуществ. Во-первых, це серйозна організація, однозначно вони мають договори по дератизації і дезінфекції. Когда мы зашли на рынок, да, ваш был сюжет, мы увидели, что там летают мухи, и на вопрос, а что это, вам сказали, а что вы хотите, в принципе? Люди не знают наверняка ни слова ни дератизация, ни дезинсекция, и, конечно, они не приглашают и не обрабатывают свои помещения, свои торговые места. В супермаркетах однозначно такие договора с соответствующими организациями лицензированными есть. Дезинфекция, конечно, там проводится, маркировки соответствующих досок, на которых разделывается рыба, мясо, другие продукты, кулинария. На рынках я сомневаюсь, что кто-то проводит, ну, хотя бы раз в день дезинфекцию своих разделочных досок, не говоря о том, что дезинфекция полов и рабочего места наверняка не проводится. Вот ответьте мне на вопрос, дезинфекция рынка проводится и как часто? Так само заключены договора, есть, проводится эта работа, а как же?
Я имею в виду дезинфекцию, де с средствами. И де с средствами тоже. Как часто? Там мыла нет, какие диссредства? Ну, просто раз в день обязательно должна проводиться дезинфекция дезинфицирующими средствами, уборка проводится. А если говорить про санузлы, то как минимум два раза в день. Але на це ж мають бути кошти, щоб закупити ці средства. Я хочу сказать, что сегодня есть очень доступные дезинфицирующие средства. С 2 гривен можно получить 20-30 литров рабочего раствора, которым можно обработать большое количество площади, потому что 100 миллилитров идет на 1 метр квадратный. Конечно, это совсем недорого, и я уверена, что люди и на рынках могут себе это позволить для того, чтобы в безопасности были их покупатели. Дякую. Вам еще додати? Будь ласка, Максим. Ну, если честно, я бы правила торговли разделил для рынков, есть как таковые известны, да, и для николаевских рынков, потому что николаевский рынок это больше стихийный рынок, чем организованный. Как я знаю, не 50 гривен, но мне сказали 2000 за небольшую точку платят в районе Намыва. При этом собственник, тот же самый Горбачев, людям, арендаторам, тем же самым продавцам, требует, чтобы меньше полили электричество, тратили воды. О каких дезинфекционных мы можем говорить? Там мыло, вот приехал на Колос, показательно мыла нет. Я подошел, это каждому покупателю видно. Надо тут же разворачиваться, закрывать рынок и забивать эти досками его. Вообще город в страшном состоянии, запущен, магазины то же самое, потому что контроля нет, никому на самом деле не интересно. И вот мне интересно уровень заработных плат. Если в киевские супермаркеты не идут сегодня на 6-6,5 тысяч, продавец старт, эта зарплата никого в Киеве не интересует. Сколько сейчас в Николаеве платят, почему так люди уходят? Вот сколько сейчас зарплата? Ну, начального продавца. Согласно законодательству, минимальная зарплата на сколько сейчас? 3200. То есть 2 с чем-то на руки? 3200 на руки, да. Реально получается, продавцы в Николаеве получают 4,5 на руки. Это реально. Уровень-то ниже. Но уровень жизни действительно ниже. В Киеве 6,5, извините, если он приезжает с провинции, ему надо снять хотя бы жилье. Нет, вот нет момента, сколько заработная плата. И второй момент, сколько наценка на... Разница с Киевом, сейчас, секунду. Разница с Киевом, если разобраться, продавцы и работники, которые, ну, есть пекарня и так далее, составляют на сегодняшний день вот то, что получают новус на академке, просто у меня есть эти данные, и то, что получают, допустим, в супермаркете деликатес, разница составляет порядка 1500 гривен. Но сравнить уровень жизни здесь и уровень жизни там. Начнем с того, что я проверял новус на академке с фреймом в свое время. Там просрочки на 3500 выглядит. Ну, то же самое. Просрочки, ну, да, ну, то есть 1500 явно их не спасает, этот разъем. И еще один момент. А наценка на товаре доходит до 30%. Это всякие маркетинговые программы. Сколько? Это в городе Киеве. И по словам представителей некоторого ритейла, один магазин отбивается за 36 месяцев. Это правда? Это в Киеве или в Николаеве? Это в Киеве опять. А вот качает головой Олег Дмитриевич, пожалуйста, может быть, у вас другая, может быть, у вас другая информация? У меня другая. Я думаю, что магазин может отбиваться более 10 лет в среднем. Можно говорить о наценке, предыдущий раз спрашивали, я забыл озвучить цифру. Она была, я думаю, что примера и осталась. Супермаркеты наценяют порядка 20% на круг. Есть продукт, который начиняется 5%, 2%, есть, который 30-35%. На круг порядка 20-25%. Важно не то, сколько еще начиняется, а сколько остается магазину, чтобы он мог существовать и отбиваться, как это так называемо. Есть рентабельность или прибыльность магазина, денег, которые остаются. Это отдельный как бы разговор. Но все вещи, которые мы сейчас говорили, дезинфекция, обработка и так далее, это все закладывается в расходы предприятия. И действительно они очень немаленькие. И супермаркет, я вообще, честно говоря, не знаю, о чем мы говорим, потому что рынки сравнивать с супермаркетами невозможно. Потому что в магазине люди приняты на работу, получают официальную зарплату, платятся налоги. Ну, касса аппарата уже как бы давно. Люди имеют медицинскую книгу. Хозяева или менеджмент предприятия всегда следит за качеством продукции. Понятно, что бывают сбои, но магазин в первую очередь заинтересован, чтобы было качественно, без просроченного товара.
Можно? Вот я просто я смотрю это небольшое шоу, потому что я ж проводил проверки. Я не говорю с воздуха. Я захожу, нахожу тележку просрочки. Вы мне рассказываете про качество, контроль. Все это замечательно. Мы можем поговорить, кроме наценок, о бонусной системе. Магазин зарабатывает очень жирно. Если магазин 10 лет отбивает себя, лучше его продать. В реалиях в Украине на 10 лет никто деньги вложивать не будет. Ну, все мы понимаем, да, мы тут не дети. И реально вот по киевским меркам 36 месяцев отбивается магазин, точка. Отсюда заработок магазина достаточно серьезный. И если магазин не готов поднимать заработную плату продавцам и вкладывать в их квалификацию, то смысл тогда вообще держать такие магазины? Надо их закрывать и ну, заводить сюда более конкурентные сети. Так, в тому-то и справа, что люди туди приходят лише заробити гроші. І, на жаль, це не стосується лише супермаркетів та ринків. Це стосується багатьох структур, де люди просто приходять заробити гроші, вони не відповідають за якість. Їм все одно, він відробив з 9 до 6, і як воно там пішло далі, їх не стосується. Людей треба вчити, що вони відповідають за якість своєї роботи. Дякую. Ось мені тут навіть глядачі роблять зауваження, що я постійно дивлюся у девайс. Втім, панове, повірте, це пані, панове, шановні наші глядачі, шановна громада, це не від того, що мені не цікаво, навпаки. Мені дуже цікаво саме те, що ви пишете, мені цікаво, що у нас є зворотній зв'язок, просто, на жаль, тільки що мені повідомив наш режисер, що у нас є якісь проблеми із телефоном, тому, будь ласка, пишіть, і ті, хто намагався дозвонитися, все ж таки пишіть мені на мою особисту, в лічку мені на Фейсбуці. А я зараз зачитаю ось питання, з якого, власне, ми і починали нашу розмову щодо того, що чомусь, навіть у радянські часи у деяких республіках все було гаразд, а в деяких набагато багатших цього не відбувалося. І ось що пише наш глядач. Фермерські ринки, на яких я була за рубежом, не функціонують постійно. Як правило, це вихідні дні. Туди приїжджають іменно производители зі своєю продукцією. В Ліоні, Франція, це було на набережній, практично в центрі міста. Во второй половині дня ніяких слідів ні прилавків, ні тим більше мусора. Як я поняла, вони всі, включаючи прилавки, привезли з собою. Це було дуже мило, колорит по вполне приємливим цінам. Все можна попробувати. Я з удовольствием там купила місцеві товари. Не аналогично. Як вони це роблять? От справді. Ну, ринки усюди існують. А чому тільки у нас вони такі брудні? А чому тільки у нас міська влада вже б'ється? Вже незалежно це скільки років. А все одно, як існує ця незаконна торговля, так існувала, так і існує. Кого не спитаєш, ну ти ж розумієш, чиї це ряди. Ну ти ж розумієш, хто тримає рибу. Ти ж розумієш, хто кришує це. Ти ж розумієш, що чия доля там. І нічого не можна зробити. Та що ж таке, розкажіть, будь ласка. Я ж кажу, в Прибалтиці наприкінці 80-х все було гаразд, а всередині навіть 80-х. А у нас наприкінці, вже початок 21-го століття, а все одно так, як було. І ось є досвід, і нібито все гаразд. Чому ж так? Чому ж на будь-які питання ми кажемо, що ринок – це такий собі атракціон, куди люди приходять поторгуватися та перевірити, чи вдасться пройти проминувши кишенькового злодія, чи не знаю, чи не отруївшися? Ну, тобто, можливо, просто підходи різні. Ось, бачите, ось мені що цікаво. Коли ми розмовляємо із представниками супермаркетів, то, ну, зрозуміло, що кожен кулік своє болото хвалить. Але вони, принаймні, кажуть про те, що вони вибудовують якусь систему. Коли ми кажемо про ринки, то ми кажемо, депутат міської ради каже, ми нічого не можемо зробити. Ви кажете, ну, у вашому відомстві ж багато ринків, так? Ну, а що? Ну, це такий собі атракціон. А все решта, ну, якось так воно відбувається, ми за це не відповідаємо. Чому так, скажіть мені, будь ласка. Владислав, Анатолій, ви, будь ласка, і нарешті доїдемо до Дмитра Ігоровича. Будь ласка. Я б звернув увагу, от якраз із представителем ринку Колос сидить, що вокруг Колоса відбувається. То есть уже поднимался не один раз вопрос по поводу того, что если, не дай бог, начнется пожар, туда никто не приедет. Оно все сгорит, и все придется строить заново. И что самое интересное, что в документах, которые давались на отводы, там, погоджения, рядом из близлежащих строений, есть согласование этого рынка. О чем мы можем говорить тогда?
Понимаете, то есть рынок, зная о том, что я его знаю еще когда там он был в часы Советского Союза, там была стояночка, там где уже там стоит там куча магазинов непонятных понад трамвайными путями, где постоянно происходят, скажем так, смертельные случаи. И это все равно не учит людей, чтобы сегодня там прокуратура либо полиция все-таки разобралась с теми фактами, с теми документами, на каком основании они вообще там стоят. И большинство там, насколько я видел, вообще были оформлены по решению суда. Поэтому я думаю, что если рынок не возьмется в ближайшее время за то, чтобы навести там вокруг порядок, то я вам скажу, что в дальнейшем вы можете не рассчитывать на депутатов, которые будут продлевать вам землю, а будут вам потом предлагать, чтобы вы свой рынок куда-нибудь переносили в район. Можно сразу ответить? Так, будь ласка, Михайло Миколаївич. Так, якраз ви підняли ту проблему, що я хотів її підняти, якраз вчасно. Дійсно, є наш ринок колос, споживчої кооперації. Але по периметру ринка колос іще є три ринки, які торгують на трамвайних коліях, які обустроїли тими тимчасовими спорудами, які виникали протягом однієї ночі. Виникали і все законно, ми писали листи, ми зверталися. І сьогодні дійшло до того, що ринок колос окружений, якщо сьогодні станеться там, не дай Бог, якась надзвичайна ситуація, туди не доїде машина, яка потрібна, щоб, там, допустимо, ту пожежу загасила. От. Але як ми можемо ми вплинути на ці три ринки, які, я не знаю, кому вони належать, і привести в порядок? Як ми можемо? Скажіть, будь ласка, якраз оце ми звертаємося до... Я вам хочу сказати, не треба нікуди розказувати, там, що все так складно. Ви можете зробити прямо від ринку на мене обращення. Ми піднімемо всю проєктну документацію, на якому основанні там знаходяться ринки. Сьогодні є вже, слава Богу, прийнятий зонінг города Николаева. Мы посмотрим, что там по зонингу, на каком основании выдавалось или оформлялось решением суда. Сегодня есть уже городской ГАСТ, который обязан будет проверить. И по результатам этой проверки вы можете смело идти в суд и признавать эти строения незаконными. И дальше вообще проблем никаких нет. Исполнительная служба просто их демонтирует. Вот и все. Дякую. Так, будь ласка, панове, вам по хвилині. И нарешті подивимося сюжет. И Дмитро Ігорович, оскільки он мовчав дуже довго, отримує 3 хвилини якості нагороди. Будь ласка, панове, по хвилині. Перед тим, як буде говорити представник фіскальної служби, може він несе ясність на ті ринки, які біля ринка Колос. Може вони там, мені цікаво було б, які податки вони сплачують ці ринки? Зараз Дмитро Ігорович дуже добре готувався, він навіть ледве не запізнився в нашу програму, бо заїжджав за спеціально заїжджав за матеріалами. Повірте, зараз буде просто вішенка на торті. Максим, одна хвилина, дивимося сюжет. Перший аргумент, як можна на ринку торгуватися, якщо зачастую там немає цінників на товар. Тобто там ізначально мошенническая схема. Второй момент, що хотілося б підчеркнути, во всьому виноват наш потребитель. Якщо він поставив, що його устраивають такі ринки, значить його все устраивает. Якщо б його це не устраивало, нас бы потребитель требовал, чтобы архитектура рынка была другая, был бы один образец, как должен выглядеть рынок в городе Николаеве. Что еще хотелось бы сказать? Клычко, с которого все смеются, пошел по другому пути. Он говорит, мы сносим все мафы, а вот пусть они в суде и доказывают, что они стояли легально. Если вы пойдете через суды сегодня доказывать, что это нелегально, и просить выконавчую службу что-то сделать, мы при своей жизни никаких изменений не увидим. Но если вы в грубо снесете эти рынки, а пусть они уже через суд, как у нас судебная система работает, все знают, через десятилетия они как-то достигнут своей правоты, то тогда поговорят уже с новой действующей властью. Да это просто ноу-хау! Ну, Клычко действует правильно с точки зрения практики. Будь ласка. Маленькая ремарка первая относительно того, где искать ответ, почему у нас вот так вот все надо не только в каких-то решениях суда, но еще в решениях городского совета. Потому что решения городского совета предыдущих каденций могут дать много ответов относительно того, кто давал разрешение, на какие земельные участки и что построить. Теперь, что касается ответа, почему у нас так. У нас так, то, что я уже говорил относительно потребитель, это основная проблема, но есть проблема глубже. Это уровень жизни, который диктует потребности. Если в Европе потребность в прекрасном, то у нас потребность в первоочередном, в еде. Как она будет подана, с мухами, без мух, это уже сейчас мало кого беспокоит. Поэтому пока уровень жизни украинцев и николаевцев, в том числе, будет находиться на том уровне, который он есть,
пока у нас будут такие рынки, такие супермаркеты. Анатолий, у меня есть любимая присказка моего собственного сочинения о том, что Украина вечно вот на выборах выбирает между мерзительным и отвратительным. Я раньше думал, что это касалось только политики, а теперь, оказывается, это касается рынков и супермаркетов в том числе. Эксперимент Виолетты показал, что на рынках даже дороже. Поэтому апелляции к тому, что это уровень жизни, я думаю... Так, подождите, даже стихийные рынки не являются дешевыми. Сказав Максим, там як можна торгуватися, якщо немає цінника? Я вам скажу так, на ринку знаєте, яка система працює? Приходиш ти на ринок, якщо ти одягнутий ну, більш-менш пристойно, то скільки коштує ці помідорки? А 25. Проходить бабулечка, скільки коштує ці помідорки? Ну вона трошки на ціночку зробить, ну 16. Ну, ось так працює ця система, тому і дорожче вийшло. Це наша психологічна традиція. На другому часі, на другій годині ми розговорюємося так, що потім не можемо зупинитися. Втім, перш ніж дати слово, я все ж таки обов'язково хочу подивитися сюжет про те, як у нас сплачуються податки ринками та супермаркетами. І нарешті, я дуже сподіваюся, що ми почуємо змістовну розповідь пана Дмитра. Будь ласка. Доволі часто, коли ми купуємо продукти в супермаркеті, особливо коли тягнемо до каси купу товару, помічаємо, що нам видають два чеки – фіскальний та нефіскальний. Що це означає? У касового апарату існує так звана фіскальна пам'ять, куди записуються всі операції. Ця пам'ять використовується податковою інспекцією для перевірки правильності введення касових операцій. Фіскальний чек записується в фіскальну пам'ять і показує офіційно використану для оподаткування операцію, нефіскальний – ні. Цей документ видає реєстратор розрахункових операцій – РРО. Основна сфера застосування РРО – це торгівля і сфера послуг для населення. Кожна оплата повинна бути проведена через РРО, а клієнту має видаватися фіскальний чек, який підтверджує факт оплати і права його як покупця. Постає питання, чому на продовольчих ринках не застосовують реєстратори розрахункових операцій. А тепер розберемось, як працює система оподаткування на ринках. На території ринку є підприємства різної форми власності. Це є або комунальне підприємство, тобто це комунальна форма власності, або підприємства, які мають іншу правову форму власності, ТОВ, ПП, и так далее. Для коммунальной формы собственности все понятно. Если я плательщик налога на прибыль, коммунальное предприятие, вся моя прибыль будет идти в местный бюджет города Николаева. Если мы говорим о городе Николаеве. Если я плательщик другой формы собственности, чем коммунальное предприятие, то есть я ТОВ, это предприятие с ограниченной ответственностью, то есть это частное предприятие, организованное каким-то образом. Значит, и я плательщик на общих основаниях всех налогов, в том числе и налога на прибыль. Прибыль будет распределяться 90% налога на прибыль отчисляется в государственный бюджет, а 10% будет отчисляться в местные бюджеты. Власник ринку або комунальне підприємство видає в оренду місце для торгівлі. Орендар, в свою чергу, платить гроші, частина яких йде на податки. Так має бути в ідеалі. А от що відбувається насправді? Є декілька ділянок ринку, місця на яких мають різну орендну вартість. І хто більше заплатить за місце в центрі, той його і отримає. До чиєї кишені йдуть ці гроші – невідомо. Та й довести щось дуже складно, бо всі ж мовчать, допоки їх не образили. Много лет мы пытаемся Магеранова заставить дать нам договора согласно нашего украинского законодательства. То есть, 6.1. Да. То есть указать в договоре цену аренды. В разделе арендная плата должна быть обязательно цена. Никогда мы этого не могли получить, но так как цена была более или менее приемлемая, мы побузили и успокаивались. В декабре прошлого года что-то резко изменилось, не знаю что. Он сказал, что доллар был раз в два раза, а теперь уже в три. Никому в голову не пришло обижать предпринимателей и людей. Никому. У них могут быть проблемы с законом, с властью, но только не с людьми. А этот же напался на власть и обижать людей, и ставить их ни что, мы что, рабы его, что ли? Як правило, торговельні мережі супермаркетів, зареєстровані в інших містах України, фактично викачують гроші з нашого обласного центру, не залишаючи тут нічого, окрім плати за землю та заробітної плати своїм співробітникам. Супермаркеты – это тот же плательщик налогов, и он будет платить все налоги в соответствии с законодательством. Ограничений либо преференций по уплате налогов нет ни для одного плательщика, который осуществляет свою деятельность в каком-либо направлении. Закон един для всех, и он прописан в налоговом кодексе.
І ринки, і супермаркети є вигідними не лише для міського бюджету, але й для громадян. Адже в супермаркет ми йдемо за якістю, а ринок надає доволі багато робочих місць. Отже, зоряна година Дмитра Ігоровича, на жаль, трошки менше, ніж година. Втім, все ж таки, я думаю, що буде йому що сказати і нам буде що послухати. А я хочу єдине, що тут процитувати також зауваження наших глядачів. Какое там поторговаться на ринку? Всі продавці говорять, я ж на хазяїна працюю. Впрочем, на когось оцінники є. На кордонці написано маркером. Втім, я хочу сказати, що справді дуже часто, то коли йшла дискусія щодо того, все ж таки, що робити з ринками, завжди кажуть, да що ж ви хочете, та бабуся вона ж виростила, там ті дві картоплинки на своєму городі, прийшла продати, щоб вона ж помирає з голоду, а що ж ви хочете її позбавити цієї можливості? А потім виявляється, що бабуся там, які на щось у себе на городі вирощують, та й немає. А є перекупники, які на хазяїна працюють. Втім, Дмитро Ігорович, ваші 3 хвилини. Смотрите, ну я что хотел сказать. Однозначно, конечно, с точки зрения государства, там, фискальной службы, других контролирующих органов, супермаркеты понятнее, да, то есть их легче контролировать, они, естественно, там платят и в бюджеты различные больше. Почему? Потому что у них кассовые аппараты, у них оформленные люди на работе. Ну, то, вот о чем говорили как раз сегодня представители супермаркета. То есть порядка там однозначно больше. Там дератизация, все это. Понятно, да, но что касается рынка, вот я специально, там, да, после там, встречи с бизнесом, с представителем, с премьер-министром, заехал, успел взять. То есть я ответственно хочу заявить, что рынки наши, вот тут они все перечислены, не платят ничего. То есть копейки, они даже там не десятки тысяч, а тысячи, то есть измеряется это тысячами. Почему? Основная масса из них, то есть 90%, они являются плательщиками на едином налоге. То есть что это такое, да? Это законом разрешено, они имеют право там, иметь оборот в год до 5 миллионов, как предприятие, и, соответственно, платить с них 5% единого налога в местный бюджет. То есть, если бы они показывали там, эти 5 миллионов в год, да, то, естественно, они платили в местный бюджет там, 250 тысяч гривен в месяц. Да? Но тут даже не десятки, то есть тысячи. Почему? Да? То есть, я считаю, что в первую очередь, да, в этом виноваты сами предприниматели, которые на рынках арендуют торговые места. То есть они, естественно, никаких документов в большинстве случаев, как вот с Магирамовым там, и так далее, не там, просят, я не знаю, не оформляют правильно эти договорные отношения. То есть они просто тупо, извиняюсь за выражение, платят наличкой, которую, соответственно, рынок у себя в обороте, в отчете не показывает. Соответственно, 5%, которые он должен был заплатить в наш с вами местный бюджет, он не платит. Да, проконтролировать это, ну, на сегодняшний день, как это ни звучит грустно, у нас в фискальной службе на всю область, подчеркиваю, на всю область осталось 8 человек в отделе контроля кассовых операций, то есть, которые должны проверить всю область. У нас ежедневно там приходят десятки там жалоб от различных там граждан, да, то есть, что неудивительно, которым там чек не выдали или еще что-то, и эти жалобы они отрабатывают, выезжают там на какие-то проверки. Магазины, рынки, предприниматели, предприятия. 8 человек, которые могут выходить на фактические проверки без предупреждения, без мораториев там, и так далее. То есть это реальная проблема. Поэтому проконтролировать вот этот колоссальный оборот налички, который платится за аренду на рынках, невозможно на сегодняшний день. Невозможно. Да? Да, предприниматели, которые там на этих рынках работают, если они являются плательщиками там, единого налога, как правило, первой группы, минимальной, да, они платят единый налог в местный бюджет, но это все равно достаточно, то есть небольшие суммы. То есть я к чему? Супермаркеты, естественно, платят налогов больше. Вопрос, если этот супермаркет там территориально зарегистрировано юридическое лицо там в Киеве или Днепропетровске, основные как бы налоги там, налог на прибыль, НДС и так далее, он платит по месту своей регистрации. Налог на зарплату он платит нам, то есть подоходный налог я имею в виду. В Николаев, да, по месту регистрации торговой точки. Акциз, который проходит все-таки алкоголь и сигареты, невозможно в супермаркете купить без чека, без кассового аппарата. Мы это все знаем, понимаем, что они это контролируют. Мы это контролируем, потому что это легче намного, чем рынки. Опять же, 5% поступает в местный бюджет супермаркетов. Через кассу там все пробивается.
Поэтому ну, порядка однозначно больше там, поступлений в бюджет однозначно больше в супермаркетах. Контролировать государству, естественно, легче эти супермаркеты. Тот ужас, что мы сегодня видели, то, что действительно творится на рынках там, на Дзержинского, на строителей, на всех этих стихийных, мы как фискальная служба, ну, порядок нам там навести очень сложно. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, законодательство, да, где-то оно стоит на стороне предпринимателей, что мы не можем там выходить какие-то с какими-то проверками безосновательно. Плюс у нас сократили нас уже настолько, что дальше уже действительно некуда. Но я же говорю, тут остается нам как бы рассчитывать на сознательность там, наших тех же граждан, да, которые все-таки, ну, или тех же предпринимателей, которые на рынках работают, оформлять все эти договорные отношения с этими рынками. Да, то есть тем самым они себя защищают от таких ситуаций, как в предыдущем сюжете было показано. Они тоже к нам приходили, эти предприниматели, которые торгуют на рынке Магеррамова, на Дзержинского. Вот. Ну, я говорю, ну вы же сами попали реально в такую ситуацию. Почему изначально, когда вы с ним оформляли свои договорные отношения, вы построили фактически на его земле вот эту вот, там, назовем это, строение, и он вам теперь выкручивает руки по этой арендной плате, поднимая ее там периодически, которую вы уже там платить не в состоянии. Ну, невозможно на него повлиять сегодня каким-то вот такими законными способами, к сожалению. Вот, поэтому вот если подытожить, я говорю, рынки не платят ничего, нули, реально нули в местный бюджет, ну копейки какие-то, да, то есть супермаркеты, естественно, платят. Ну, вот, Владислав, больше, я понимаю, да, что вы и сами сейчас ответите, но все-таки, опять-таки вопрос, вот что происходит с городской властью, если огромные, просто ну гектары, десятки, то может быть и сотни гектаров земли заняты этими самыми рынками, которые ничего не платят в городской бюджет. Я вам хочу сказать больше. Дело в том, что это вот Дмитрий Игоревич озвучил только вопросы, которые связаны с рынками. А вы представляете, какая тысячная армия сегодня обслуживающего персонала, которая сидит по гостиницам, по подвалам, по квартирам и обслуживает людей, и обслуживает, что самое интересное, в несколько раз дороже, чем можно прийти и обслужиться в салоне, там, куда приходит налоговая, проверяет, где есть дератизация, где есть оформленные люди. И я сегодня, честно вам скажу, судя вот из этой всей картины, и давно я уже как бы ее наблюдаю, и как глава регионального отделения Союза промышленных предпринимателей, то, честно, уже пора выходить с инициативой все-таки отмены проверок и хоть как-то, чтобы все-таки проверки проводились. Мало того, я думаю, что налоговой нужно предоставить хоть какие-то данные для городского совета, чтобы он действительно мог как-то повлиять. Если сегодня в город не поступает ничего, то я считаю, что тогда город может и вправе принимать такие меры для того, чтобы либо расторгать договора аренды земли, либо отменять акты. Ну, и, да. Это опять же, если он плательщик единого налога, то он... Дмитрий Игоревич и Владислав Олегович, я просто счастлив, что вот вы, Владислав Олегович, пришли на передачу и узнали, что в Николаеве есть рынки. Вот посмотрели наши сюжеты и узнали, что они незаконные. Наконец-то познакомились с Дмитрием Игоревичем. И от него на нашем передаче в прямом эфире узнали, что эти рынки не платят ничего в городской бюджет. И теперь наконец-то свершится вот это наше традиционное чудо. Прямо в прямом эфире вы об этом, обо всем узнаете, и наконец-то на ближайшей сессии, насколько я помню, 29-го, да, числа, 31-го, вы наконец-то примете все необходимые решения, которые 30 лет в Николаеве не принимались. 30 а все почему? Да потому что не было передачи «Контраргумент», на которой вы могли бы встретиться с представителем фискальной службы, и он бы открыл вам глаза на действительность. Я вам хочу сказать в этом контексте, я вам очень благодарен, на этой передаче очень много тем подымалось. И благодаря тому, что они поднимались, очень много вопросов, которые хотели пройти, скажем так, колуарно по договоренностям, они всплыли наверх благодаря коммуникации с другими депутатами, которые сегодня могут озвучивать, и у которых нету никаких ни бизнес-интересов, нету никаких личных интересов. И самое сегодня основное в этой задаче, сегодня найти коммуникацию для того, чтобы сегодня, как депутаты городского совета, как налоговые, чтобы они могли находить между собой пути того, чтобы предложить что-то сегодня
сегодня тем же рынкам прийти и сказать: смотрите, у вас через год заканчивается аренда, мы вам ее продлевать не будем, вы недобросовестный, скажем так, плательщик, вы недобросовестный партнер городу. А вы представляете, сколько это миллионов гривен недополучает городской бюджет? А если не получает, недополучает городской бюджет, это эти же школы, детские садики, дороги, межкварталки, освещение и все остальное. То, что сегодня город пытается сделать, и у города есть деньги, да, конечно, очень не так, как бы хотелось, но, по крайней мере, это все делается, и люди видят. Спасибо. Да, я хочу, поскольку у нас остается 20 минут до конца программы, давайте тогда вот уже, чтобы вы наверняка успели поговорить, по 2 минуты каждому из вас, вот сейчас вот просто вот подряд. Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, потом вы. Я хочу обратить... Да, конечно, пожалуйста. Дайте, я доскажу. Вы сказали, что ничего не сплачивают, да. А я хотел бы по рынку кола, чтобы вы озвучили. По рынку кола, давайте я не буду озвучивать. Потому что сейчас я вам могу сказать откровенно, что мы можем сказать такую фразу. Никто, никакие рынки не сплачивают, за исключением рынка колы. Я хочу это от вас услышать. Я хочу подтвердить вашими бумажками. Послушайте, значит, я хочу на чем сделать акцент, что предприниматели, которые работают на рынках, являются плательщиками единого налога, они платят, да, то есть они не могут не платить, они вне зависимости от своего там оборота, они выбрали эту систему налогообложения, они платят, то есть налоги не платят именно предприятия, именно рынки, которые получают от предпринимателей деньги за аренду своих торговых мест, вот эти предприятия, я не хочу сейчас конкретно говорить Колос, не Колос, а я говорю, что платим. Докажите. Мы с вами можем на эту тему подискутировать потом отдельно, сколько вы платите и сколько, сколько вы должны платить, понимаете, то есть поэтому... Вы что, хотите сказать, что на Колосе у вас 5 миллионов оборот в год? Ну реально, по торговым местам. Поэтому, ну, я, как у вас юридическое лицо называется, я не знаю, у меня тут нули везде. Понимаете? Поэтому, ну, конкретно по предпринимателям вопросов меньше, конкретно и тема сегодняшней передачи это рынки, да, то есть рынки не платят. Вот, которые особенно являются плательщиками единого налога, ну то есть там занижается в десятки и сотни раз оборот и соответственно платежи. И не плательщик единого налога. Вы плательщик на общей системе налогообложения. Да. Тогда, ну, о, хорошо. Так скажите, чтобы все услышали. Слушайте, ну это еще одно традиционное чудо нашего прямого эфира. Вы видите, вот так вот развенчиваются мифы. И мы узнаем, что, оказывается, не все рынки одним миром мазаны. Сколько должен. А да. Есть исключения, которые подтверждают. Мы придем к вам с плановой проверкой, я вам обещаю. В следующем квартале. В четвертом. И мы вам, поскольку вы являетесь плательщиком. Не, вы идите туда, кто не платит. Общей системы. Да, мы к плательщикам единого налога не можем выйти на проверку. Они плательщики единого налога. Михаил Николаевич, бойте своих желаний, они могут исполнить. Добить того, кто платит. Добить того. Почему? Если вы платите, вас проверят. Если вы платите, мы вас проверим и подтвердим. Я скажу на камеру, что вы самый лучший рынок в мире вообще. Понимаете? Просто вопрос в том, что какой смысл идти на проверку к плательщику единого налога. У него единый налог. Как его доказать, что у него там он скрыл свой оборот или так далее. Значит, если надо переходить на единый налог и не платить. Нет, если вы не можете в таком случае на единый налог перейти, вы превысите оборот свой, насколько я понимаю, рынок Колос. Поэтому я говорю, если вы являетесь плательщиком на общей системе, мы вас включим в план график 4 квартала, проверим и посмотрим, сколько вы реально платите налогов и сколько вы должны платить. С хронометражом, с количеством рабочих мест. Я как руководитель телеканала обещаю, что мы в любом случае снимем сюжет, в котором либо восславим вас как единственного образцового плательщика налогов, ну, либо скажем, что, извините, не получилось. 8 предпринимателей, сколько они платят вам за аренду торговых мест? Посмотрим, показываете ли вы в своем отчете платежи этих предпринимателей. Это все, ну, если задаться целью, поверьте, сделать плановую проверку нормально, показательно. И если то, о чем вы говорите, правда, я вот на камеру скажу об этом с удовольствием. Понимаете? Я думаю, и депутаты городского совета вам спасибо скажут, и мэр, и все жители Николаева. Но я на 90% уверен, что это не так. И всегда готов вам подставить плечо по поводу тех самозастроев, которые сегодня окружили рынок. Я вырос рядом с рынком, мне очень больно смотреть на то, что сегодня происходит.
туда просто нельзя пройти. Если сегодня остановиться на Мира на парковке, сегодня к рынку Колос пройти нельзя. А какой был красивый там вход, а какие были павильоны, а какое там все было. Это просто образцово-показательный рынок был. А что сегодня мы имеем? Мы сегодня... обязательно к вам обратимся. Заранее спасибо вам за помощь. Я просто уверен, Слава Олегович, что целый ряд очень активных и, я бы даже сказал, прогрессивных депутатов городского совета категорически не согласятся с вами, что эти постройки на рынке вокруг рынка Колос портят вид и мешают горожанам. Я вам скажу, в новом созыве их уже намного меньше, нежели было в предыдущем. И поэтому сегодня я знаю, что коллеги в большинстве поддерживают те, скажем так, вопросы, которые сегодня связаны с благоустройством города и с внешним видом. И сегодня, даже не стесняясь то, что они там, как говорится, от той или иной фракции, и они сегодня высказывают свое мнение, даже в разрез того, что у них там есть какой-то там, скажем так, внутренние какие-то свои, скажем, законы, либо там устные какие-то договоренности. И сегодня мы видим, сегодня большинство коллег даже с АПО-блока не поддержали Дюмина в плане того, чтобы продлить земельный участок. А в прошлом созыве проголосовали все. Спасибо. Максим Несмеянов, ваши две минуты. Дмитрий Игоревич, вы закончили? Да, спасибо. Пожалуйста, Максим. Я, если кратко, то хотел бы сказать, что на сегодняшний день опять же стоит фактически мораторий на жалобы потребителей. То есть, если вас обидели, вы отравились, за вас, скорее всего, никто из государственных органов власти не заступится. Отсюда выход только один – органы местного самоуправления, сами жители. Что хотелось бы предложить, возможно, рынки никак сейчас пока не исправить. Это, конечно, страшное зрелище в городе Николаеве, но в супермаркетах порядок навести можно, они хоть как-то реагируют, с ними можно общаться. Потому предлагаю составить просто рейтинг города Николаева по магазинам, то есть самим жителям просто включиться в процесс. И опять же, да, там, где будет совсем все плохо, собрать депутатскую группу, проехаться, встретиться с руководством, потому что если на меня нападают, я же не думаю, что нападут на депутатский корпус, правильно? И просто вот такими вот путями создать там, допустим, раз в месяц или раз в квартал открытую проверку, пригласить всех желающих этого человека, которого обидели, и разобраться, в чем была проблема. И в дальнейшем, я думаю, не надо будет выходить депутатскому корпусу, достаточно будет, чтобы сам потребитель сказал, я или жалуюсь, или ты со мной решаешь проблему. И эти вопросы решались полюбовно, ну, мирно. Пока такой практики в Николаеве нету, но это очень просто все создать, было бы желание у горожан. Максим, а почнем уже завтра? Да, почнем уже завтра, но я проживаю в городе Киеве, а вы в городе Николаеве, вам легче на месте собраться и проживать свой город. Ну вот, а говорят, нет пророка в своем отечестве. Вот вы были и уехали в Киев из своего отечества. И что нам теперь делать? Где нам такого настоящего? Где нам взять настоящего буйного? Так. Ловим на слове Владислава Ельцина, но он лично оплачивает вам билеты, вы приезжаете и устраиваете проверку. На экспрессе туда и обратно, без проблем. Раз в месяц я готов. Слушайте, да мы сегодня, у нас просто какая-то новогодняя елка из маленьких чудес, которая происходит в нашем прямом эфире. Анна Павловская, пожалуйста. Еще к чудесам хочу сказать, что много говорили о том, что делать, как исправить, много проблем мы обсудили. Я хочу сказать, что инфекционный контроль в городе Николаеве работает. Рынки, супермаркеты, организовывайте своих сотрудников, арендаторов. Мы готовы приехать, прочитать лекции, тренинги, практикум. Это все бесплатно. Пожалуйста, обращайтесь. Давайте повышать свою образованность. Давайте будем узнавать, что такое дезинфекция и санитарные нормы Украины. Елизавета Александровна, вы погодитесь до такой программы? Дело в том, что у нас эта программа есть. Поэтому говорить о том, что погодимся или нет, она есть, у нас заключен официально договор. Мы проводим в обязательном порядке все мероприятия, которые необходимы по правилам торговли. Поэтому говорить о том, что мы приветствуем, мы готовы в очередной раз что-либо выслушать, но мы активно продолжаем работать и с независимой лабораторией защиты прав потребителей. У нас постоянный контроль ветслужбы. Мы, единственное, что я хочу сказать, действительно, это уже последнее слово, правильно? Ну, в принципе, так, да? меньше, так. Я хочу сказать действительно большое спасибо тем людям, которые дают конструктивную критику, которые не говорят, ой, все плохо, все, вы гады, вы тут травите, вы вообще плохие. А когда люди говорят, вот, ребята, у вас вот это плохо, вы там не видите, не можете справиться, подсказывают и так далее. Мы на это реагируем. Я хочу сказать большое спасибо действительно рейду журналистов, который прошел у нас во главе с Максимом. Правильно, что выбрали именно деликатес, потому что это супермаркет, который никогда не препятствует ничьим проверкам, ни налоговой, ни общественным каким-либо организациям.
Все знают мой в основном прямой телефон. По Фейсбуку в любое время дня и ночи, пожалуйста, мне шлют, я отвечаю. Я люблю покупателей, я люблю наш город. И люди, которые работают в супермаркете, это точно так же. Поэтому еще раз говорю, мы любим горожан, мы любим СМИ. И мы всегда готовы к конструктивной критике. Знаете, только ви сильно нас не бійте, ви просто от скажіть, от ви знаєте, у часи великого терору у Франції, коли просто там щодня рубали голови дуже багато кому, тобто там десятками, навіть сотнями це можна було налічувати, то ну, настало просто таке розуміння, що ну, нема можливості просто якось цьому протистояти, протидіяти. І аристократи, які сиділи у тюрмі, чекаючи, коли їм відрублять голову, вони нічого іншого не робили, як просто придумували свої останні слова. Ну, тобто, то, щоб на ешафоті вийти і щось таке сказати, щоб їх запам'ятали вже в історії. Я зрозумів, що ви так серйозно готувалися до сьогоднішньої програми, що ваше останнє слово, напевно, відеонали принаймні миколаївської історії. Володимир Борисович, ви так приємно посміхаєтеся, що давайте вже ваше останнє слово. Напевно, його також підготували заздалегідь. Спасибо большое. За два часа до выхода в студию я открыл холодильник и шкаф для того, чтобы посмотреть пропорцию тех продуктов питания, которые я покупаю в интернете и которые я покупаю в супермаркете и в рынке. Сейчас они составляют уже четверть. То есть за два года... А два года назад я впервые купил продукты питания через интернет. Сегодня уже четверть моей потребительской корзины продуктовой покупается через интернет. Буквально каждые 2-3 дня домой приезжают, звонок на телефон, я выхожу. Более того, поставщики уже начали приезжать с мобильными терминалами. То есть я рассчитываю с карточками. Угу. Это мое, опять-таки, было для них пожелание, потому что, ребята, ну не всегда есть наличные деньги, и поэтому действительно они уже переходят на это. Я четко понимаю, что все абсолютно от яиц и молока, заканчивая хлебом, они поставлять могут. Я просто еще не все покупаю. Я прекрасно понимаю, что, наверное, в следующий год, если мы проведем эту передачу, я эту цифру озвучу уже совсем другая, но я вижу, что до 50% абсолютно легко. Это действительно хорошее качество, это абсолютно конкурентные цены, то есть они ниже, чем в супермаркете и на рынке. Естественно, каждый товар, который они приезжают, мы тут же проверяем на соответствие там, дате изготовления, значит, тому, что находится в коробках. Поэтому я рассчитываю, что вот как эволюционно сначала были рынки, потом появились супермаркеты, то следующим этапом появится вот такая вот интернет-торговля, которая тянет на себя достаточно немаленькую емкость и позволит нашему гражданину действительно сделать выбор. То ли он хочет идти на рынок и, как вы говорите, торговаться, то ли он идет в супермаркет, то ли он покупает продуктовую свою корзину через интернет. Это абсолютно нормально. Дякую. Олеже Дмитровичу, будь ласка. Ваше останнє слово. Передача интересна получилась. Конечно, можна було розтягнути на два дні, а не на два часа. Но, в принципі, я скажу, що життя Україна не особлива якась. Весь мир движется примерно в одному напрямку. І супермаркети или цивілізована торговля витісняють ринки. Інтернет-торговля буде витісняти, соответственно, магазини цивілізовані офлайновські. К сожалению, или к счастью, у нас еще очень много пенсионеров, которые составляют львиную долю потребителей рынков. Моя мама ходит на рынок покупать, и она не пойдет в супермаркет, потому что у нее есть какие-то свои предубеждения, что ли, в этом. Но, тем не менее, молодое поколение выбирает супермаркет. Поэтому выбор здесь однозначен. С качеством надо, конечно, каждой ветке торговли работать над качеством. Если мы говорим, как услышишь сегодня от уважаемого депутата, что давайте проверки вернем, то я могу сказать, что все это приведет к тому, что будет приходить, опять же, проверять супермаркеты или какие-то магазины, которые существуют. Потому что ту нецивилизованную торговлю, невозможно как не ходили, да, так и не будет ходить. То есть это все вернется как бы опять в никуда. Рейтинги проводить. Хорошая идея, наверное. Ну, не знаю, есть ли где-то такая идея была, проводилась ли в Киеве или еще где-то.
Достаточно много приложений мобильных, когда ты с телефона кафе оцениваешь или ресторан, но это в Киеве. Николай, можно... Да, да, но можно просто мониторить и сделать какую-то группу реагирующих на эти жалобы, а не просто они вот лайки ставят, плохо, а что плохо? Ну, я хотел бы сказать, что бизнес-директора супермаркета ко мне приходили разные поставщики, в том числе иногородние, которые приезжали здесь. Они все в один голос говорят, такого, как в Николаеве, бардака, рыночного бардака нет и нигде в Украине. Поэтому это, наверное, может, власти надо защитить рукава, и как в той же Германии, нарушил правила, сказал ай-яй. Нарушил второй, получил штраф. Третий, закрыли. Они начинают рассказывать, кто там дал 20 лет назад разрешение, давайте продлевать или еще что-то там подковерные игры. Это очень простая как бы схема, просто желание надо и все, больше ничего здесь не надо. А люди пускай выбирают, куда им ходить, на рынок или магазин. Это, если продукты, часть продуктов в Украине, которая была и сейчас есть, она как бы такая полусерая или получерная, там есть овощи, часть мясной продукции, которую очень трудно купить нормально предприятие, очень мало еще, которые перерабатывающих предприятий, которые можно это купить легально. Или купишь легально, но ты должен заплатить за них все налоги, чтобы она стала легальной продукцией. Поэтому по овощам никогда супермаркет не может конкурировать с рынком. Во всем остальном без вопросов. Он однозначно более безопасный магазин, однозначно более дешевый. И, Дякую. Анатолий, было бы нечестно вас слышать без останнего слова. Я думаю, что ситуацию может изменить вот тот момент, когда все три страны, которые сегодня не раз упоминались в нашей дискуссии, сойдутся в едином мнении, что нужно что-то менять. Государство со своей стороны скажет, да, мы готовы где-то честно контролировать вот все эти процессы. Рынки скажут, да, мы готовы меняться, а покупатели скажут, да, мы хотим перемен. Вот тогда, я думаю, будут какие-то перемены. В случае, если одна из сторон будет выпадать из этой обоймы, то никаких нормальных изменений не произойдет. Общественные активисты вместе со СМИ будут продолжать перетягивать на себя осознанно или неосознанно какие-то функции государства в тех же проверках, приходить, пытаться что-то находить. Вот. Поэтому я надеюсь, что когда-то этот момент наступит, когда три страны действительно смогут что-то поменять. Ну, як завжди, під кінець ми розговорилися. Так, будь ласка. Я хотел ответить на ваш вопрос, потому что вы несколько раз его озвучили. Когда же будет, или почему сыры были в Прибалтике, а у нас как бы один сыр и все. Понимаете, когда потребкооперации достали с рынки, то проще просто поділити і здавати в аренду, а не робити сир. От в цьому вся проблема. Дякую. Так, мені кажуть, що у нас просто чудовим чином є цілих 7 хвилин, адже ми трошки пізніше почали, і тому я просто так, волюнтаристськи, даю по 2 хвилини кожному з наших гостей. Будь ласка, панове, вам, як завжди, під кінець програми є що сказати, то будь ласка, користуйтеся. 2. Поїхали. Користуючись моментом, я запрошую всіх відвідати підприємства, магазини, ринки, підприємства ресторанного господарства, які працюють під нашим брендом КОП. Це міжнародний бренд. Запрошую до співпраці товаровиробників, фізичних осіб, фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств. Запрошуємо для реалізації продукції на ринки. Для них, для вас у нас є спеціально відведені місця для сільгоспвиробників. Для вас діють пільгові тарифи. Будь ласка, ми вас запрошуємо. Глибоко надіюсь, що сьогоднішня передача нам допоможе розчистити площу перед ринком «Колос» від незаконних споруд. Це як у тій репризі, пам'ятаєте, про шпінгалети. Коли людина, там, яка приїхала на «Штук де когда», весь час розповідала, який добрий шпінгалет у його зятя, який оплатив йому дорогу. Будь ласка. Скажу, універсальне средство, в принципі. Ну, мені з Ніколаєм почали часто дзвонити по проблемам потребительським. Когда вы что-то возвращаете или у вас случилась проблема на рынке, перед тем, как подойти и начать ее решать, включите телефон, и возьмите кого-нибудь с собой на случай, если что, когда начинаются разговоры, вам угрожают, вы это снимаете на телефон, это раз. А второй момент, чтобы ваш друг позвонил в полицию просто. Никогда не вмешивайтесь в бытовые разборки в городе Николаеве, потому что ни к чему хорошему это не приведет, полиция вам после не поможет. Скажу из практики, последняя жалоба была на возврат телефона. Человек у него, согласно всем задействующему законодательству, не обменивали поломанный телефон. Я сказал включить свой телефон, запись, и записывай, что они тебе расскажут, и вызывайте полицию одновременно. И тут же обменяли
поменяли телефон, и проблема пропала. До этого неделю человека кидали куда угодно. Иди туда, иди сюда. То есть будьте уверены, всегда вызывайте полицию хотя бы для психологической своей поддержки. Дякую. Дмитрий Игоревич, будь ласка. Я последний говорил, да, говорил много, что можно еще добавить. Я хотел бы ко всем предпринимателям все-таки обратиться, призвать их узаконить, как-то упорядочить свои взаимоотношения с своими арендодателями, да, для того, чтобы не только их не единый налог поступал все-таки в наш бюджет николаевский, а и единый налог, который должны платить там эти рынки, да, и, соответственно, налоги на заработную плату и так далее. Опять же, с помощью этих денег мы сможем, если городской совет наш будет их эффективно использовать, распределять, то, опять же, это нам поможет быстрее навести вот этот порядок, то, о чем мы сегодня, в принципе, говорили всю передачу. Вот мое мнение. Дякую. Ну, оскільки Дмитро Ігорович людина така скромна, і думаю, ну, я багато сказав, то що ж мені зараз сказати, а у Владислава Олеговича завжди є що сказати по будь-якого приводу, і йому завжди не вистачає часу. Будь ласка, Владислав Олегович, користуйтеся. Ну, що я можу сказати? Я хочу сказати і пожелати, щоб сьогодні городський голова наладив все-таки роботу в своїх владеннях, і сьогодні той департамент, который был создан и на который было выделено 4 миллиона гривен на 23 работника до конца года, чтобы они действительно исполняли функции, прямые свои обязанности, те, которые были на них возложены, это контроль за работой сегодня нелегальных, будь то мафов, будь то предпринимателей, выявлять эти нарушения вместе с полицией и противодействовать, скажем так, развитию нелегального бизнеса на территории города Николаева. Вот единственное, что я хочу пожелать, и чтобы это... Нет, это ГАСК и департамент, который был вновь созданный. Почему? Потому что сегодня... Но это не выход из проблемы, например, забирать машинки, которые там были во всеуслышание были забраны, и тут же вечером их вернули, и они опять же колесят по Советской. То есть я вот хотел намекнуть на то, что сегодня, если мы работаем, если мы сегодня хотим поменять ситуацию, то если их забрали, то вернуться они уже туда не должны. Если они туда возвращаются, все могут сделать выводы определенные, что ничего не поменяется. Поэтому как бы, я хочу пожелать, чтобы все-таки что-то менялось. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку. Ну и... Владислав Олегович, скажите, будь ласка, це вже зовсім під завісу, так? Ось ви кажете, ну дуже хотілося б, щоб міський голова там щось робив. А якщо він не робитиме? У нас є 31.08. Тобто усі чекаємо, інтрига триває, чекаємо на 31. Будь ласка. Я останній скажу ремарку по машинкам, дуже цікаво. Якщо ви хочете зрозуміти, в якому Николаїв залишився столітті, приїдьте в Київ і посмотрите, що в парках зараз. Таких машинок вже ніхто не має. Давно вже там новшества всякі. Так у них реєстрація київська у цих машинок. Там навіть маленькі номера, там київська реєстрація. Так, Николаїв застрял. Для мене така дикость, ці вбиті машинки, і це вже не пользується спросом нігде. Вознесенск куда-нибудь. Поэтому они мигрируют, и мы надеемся, что все-таки развитие города тоже будет мигрировать в лучшую сторону. Ну, что-то мне подсказывает, что Вознесенск таки не трапилось. Там мэр как-то очень швидко с этими питаннями разбирается. Ну, на жаль, кажут, маленькое место, маленькие проблемы. Хотя, здається, он и с великими справляется непогано. Отже, дякуємо, что зібралися. Дякуємо, я маю на увазі і я, і Віолетта, і вся наша творча група. Панове, ми розуміємо, справді сьогодні дуже велика подія. Сьогодні місто відвідав прем'єр-міністр, і тому справді треба було усім нашим чиновникам якось там відзначитися, можливо, сфотографуватися на тому місці, де він тільки щось не стояв. Черга була велика, до нас не дійшли, ми не дочекалися відповіді від багатьох наших чиновників. Втім, Дмитро Ігорович, дуже дякую вам. Дуже дякую вам усім.
усім, панове, дуже дякую за те, що ви розуміли, що розмова буде такою складною. Втім, ви усі дуже добре витримали ці 2 години на рингу, і я можу сказати, що усі виглядали дуже достойно. А я хочу сказати, що ми вже вийшли з відпустки і вже почали працювати і кожного тижня. Будь ласка, по четвергах о 19:30 збирайтесь перед вашими екранами, перед вашими мобільними устройствами, перед вашими моніторами, ваших комп'ютерів. Ми усюди. Ми усюди. До речі, нагадую, що у нас є ще телеграм-канал, який також варто, на який варто підписатися, і ви будете постійно в курсі наших новин. Адже ми не тільки пишемо про те, що відбувається протягом дня, протягом кожного, наприкінці кожного дня. Ви можете подивитися наш інформаційний підсумок дня, запис наших новин. Вам для цього навіть не треба вмикати телевізор, особливо, якщо у вас його немає. Чи ви його принципово не дивитеся, все ж таки хочете бути в курсі усіх подій. А на сам кінець я хочу сказати, що, знаєте, у журналістів є такі професійні, на нашому професійному слензі є таке слово «бантик». Ну, тобто, це коли на кінець програми роблять щось таке миле, щось таке приємне, ну, щоб просто усі пішли після програми із приємним враженням. А ну, скажіть, а що в інтернеті, а що взагалі вважається найбільш бантичним, ніж котики? Ну, котики – це просто так мімімішно, що якщо ми сьогодні не закінчимо нашу програму «Бантиком з котиком», то я буду вважати, що ці 2 години пройшли даремно. Я хочу сказати дякую, що ви провели з нами ці 2 години. Будь ласка, не забувайте, що кожного четверга о 19:30 ми завжди з вами, ми працюємо для вас. А зараз «Бантик» і на все добре. До побачення. Зустрінемося наступного тижня. Маленькому в ємність цукром. Відповідні фото і відеодокази подій на своїй сторінці в Фейсбук оприлюднив журналіст Антон Комаров. Кіт спочатку грається і перестрибує з однієї ємності в іншу, а після, вибравши для себе зручне місце, випорожнюється. Після того, як тварина зробила свою справу, вона продовжує ходити по ящиках з іншими ваговими продуктами. На своїх сторінках у Фейсбуці та Твіттері дуже швидко відреагувала і адміністрація магазину. Мовляв, інцидент з кішкою є поодиноким явищем та нетиповим для супермаркетів «Фуршет». Одразу після інциденту кішку впіймали працівники магазину, весь цукор, що був в ємності, було утилізовано, а обладнання помите та дезінфіковано. Із персоналом магазину було проведено додатковий інструктаж щодо більш ретельної перевірки складських приміщень та торгового залу. Кіт, звісно, повівся невиховано, але з фізіологічних причин зробив те, що мусив. Тож, хто в цьому винен?